эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 28 января 2016 года, четверг. По одному из современных календарей, по одному из старинных, седьмой день месяца в Юге и Стуже, 7524 лета, неделя. Сочетание прави, яви, нави и слави – таковая тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный соведущий у нас Сурияр. Здравия тебе, Сурияр. Здравия всем, радующим. Здравия, Алексей. Итак, сочетание прави и яви и нави – это как-то вот… И славе. Это как-то звучит очень интересно. Вот есть такие понятия, там, бракосочетание, сочетание цветов между собой, сочетание чего-то еще. А вот здесь мы рассматриваем миры, которые многим-то даже не совсем понятны, но при этом мы будем говорить об их сочетании. Почему такая интересная, на первый взгляд, на второй взгляд, сложная тема тобой избрана? Для чего? Ну, тема в самом деле непростая. Почему? Потому что достаточно многие исследователи, я это слово употреблю, касались этой темы, но в основном уходит в описательные все вещи. Ну вот, явь – это то, правь – это то, навь – это то, и славь, как некое отслоение нави большой, это вот четвертая составляющая. А сочетание, ну вот, тут мне слышится сразу и второй как бы смысл – сочетание и сочетание. Как честь как соответствует, как они соответствуют другу, а сочетание – как они пересекаются. Потому что смысл такой, что вот мы как постепенно от урока к уроку основные понятия разбираем, ну и в той или иной степени мы уже обращались там к яви, к праве и нави, как с одной стороны, как они соприкасаются со стихиями, и с другой стороны, как у нас одна из важнейших передач была по нашему триединству тело, душа, дух. Точно так же вот этот момент, где явь, где навь, что есть правь, каким образом они между собой взаимодействуют и как в своей обыденной жизни любой человек, в общем-то, должен через свое миропонимание и, как я во всех, в общем-то, уроках не забываю упомянуть, повышение уровня осознанности, через свою осознанность человек понимал, что он, совершая любое деяние в мире явном, одновременно взаимодействует со всем всемирием. В этом задача. И вот этот элемент взаимодействия и правила этого взаимодействия, собственно говоря, то и, наверное, тот термин, который я употребил в данном случае, есть необходимое нам понимание о сочетании или сочитании. Тут нет противоречия, как я думаю. Давай-то для начала мы разберем вот эти миры, представления об этих мирах, которые есть в твоем понимании, в понимании, может быть, людей, которые еще только начинают интересоваться нашей древностью. Может быть, и нет этого в голове, да, представления. Поэтому давай для начала расшифруем, что же такое за интересные миры. Яви, праве, нави, славе. Сейчас. Ну да, я часто ловлю себя на том, что вроде бы уже все сказано, ну, так как в постоянном режиме те общины, с которыми я как наставник, проводник общаюсь, те люди, с которыми, ну, у меня, как ты, наверное, понимаешь, прекрасный круг общения достаточно широкий, и общение в этом кругу достаточно интенсивное, не то, что достаточно, а очень интенсивное. Вот. И поэтому у меня всегда как подспудно, вроде бы уже сказано, а понимаю, что несмотря на то, что тех людей, с которыми прямой контакт, большая часть мыслей и понятий сведена, и в этом плане намного легче, но огромное количество людей, конечно, только приобщается к традиции,
а некоторые не только приобщаются к традиции, но уровень приобщения уже достиг того, что они стараются постигать, в чем суть самого обычая нашего родового, что в чем суть нашей традиции, которую мы следуем, и есть ли смысл исследовать. Ну, начнем как бы с того, что как это философский, да, по-моему, определение реальности — это то, что доступно нам, нашим чувствам или дано нам в ощущениях, насколько я помню, используется. И, собственно говоря, явь в этом ключе, она центровая часть для нашего восприятия. Почему? Потому что, как мы разбирали на предыдущих наших встречах, по сути, весь мир в нашем сознании для начала формирует именно наше тело. И та часть тела, которую мы называем нашим мозгом, ну и к нему прицеплена возможность формировать чувства и через эти чувства воспринимать окружающее пространство, окружающий мир. Ум при этом выступает именно как дорабатывающая субстанция. Те элементы, которые выпадают из нашего осознанного восприятия, ну, в связи с тем, что я говорю, что он световой спектр, воспринимаемый нами, он достаточно узок. Точно так же звуковой спектр, воспринимаемый нами, достаточно узок. И все эти пробелы, они формируются в определенном смысле нашим сознанием, нашим умом. Вот эти лакуны в восприятии, лакуны, пустоты, они заполняются. Вот, собственно говоря, это то, что нам доступно в ощущениях, то, что доступно нашему тактильному, зрительному, слуховому, осязательному, обонятельному восприятию, это и есть явь. Собственно говоря, это тот мир, где пребывает наше тело. Собственно говоря, то, что для нас, для наших чувств воспринимается как нечто, имеющее в себе твердую основу, доступное нам в тактильных ощущениях, ну, что мы можем потрогать, осязать, увидеть и убедиться в том, что это есть на самом деле, собственно говоря, это мы и могли бы назвать явью. Мы немножко потом продвинемся в этом понимании, но пока определимся вот так. Теперь, что касается Нави. Что касается Нави. Значит, точно так же в многочисленных источниках, которые выложены в интернете, в книгах и прочем, люди неоднократно обращаются к этому термину. И кто-то говорит, Нави это просто мир мертвых, Нави это мир духов, Нави это то, что мы не можем видеть. И там одно из украинских объединений, у них там даже в священной формуле, которую они используют как символ веры, там говорится, Навь не имеет силы или власти над нами. Там сейчас дословно не скажу, но примерно в этом смысле, что есть в формуле некое противопоставление Яви и Нави как таковой. Вот. Но мы сейчас вот эту малую часть Нави в первой части разговора попробуем зацепить в том ключе, что, как я сказал, явь – это реальность, данная нам в ощущениях через наши чувства. Навь – это то, что находится за пределами наших ощущений. Вопрос в чем заключается? И тут уже мы где-то отчасти переходим в область веры. Мы еще разберем сегодня попутно все-таки, что такое есть слово вера и что оно должно обозначать в контексте нашего миропонимания. Подразумевает, что все, что не дано нам в ощущениях, но тем не менее оно точно так же существует и соотносится с явью как в каком-то постоянном взаимодействии, да, то, что слово в как бы в анонс у нас вынесено, в сочетании определенном. Вот. Просто сейчас вот для начала мы скажем то, что вот явь
Это то, что дано нам в ощущениях, а навь то, что находится за пределом наших обычных человеческих ощущений. Вот. Таким образом. А теперь, наверное, правь. Ну, вокруг этого определения достаточно много копий сломано, и один из основных, наверное, элементов, то, что вот условно явь, чаще всего встречающаяся формула, явь это как бы мир явный, доступный нам в ощущениях, навь это мир духов, а правь это мир светлых предков наших богов. Ну и вот. И, соответственно, как любое наше действие, оно прежде всего, ну, имеется в виду осознанное, целенаправленное наше действие в нашем обычае, в нашей традиции. Оно, получается, устремлено к праве, да, потому что прежде чем, как делали предки, собственно говоря, постепенно мы потихоньку к этому приходим, мы, прежде чем начать какое-то значимое, может быть, менее значимое действие, мы сначала обращаемся к своим старшим, к своим прародителям, к своим предкам и к светлым родным богам. Вот то-то и то-то собираемся сделать и, собственно говоря, пытаемся через это обращение, через молу получить тот или иной уровень благословения и благоприятствия вот в этом деянии. Собственно говоря, это та формула, которой во многом придерживаются люди. Ну вот, которые двигаются по пути постижения традиции. И вот это изложение, оно встречается, наверное, чаще всего. Вот, но как у нас все-таки в заголовок начала было вынесено, то, что явь, навь и правь, их сочетание. Так вот, явь с навью в данном случае, независимо от нашего восприятия, находится в постоянном взаимодействии, потому что какая-то часть мира становится явной, какая-то часть мира постоянно становится навной, но это не хаотичный процесс, который не имеет ни берегов, ни направления. Это процесс, который имеет в себе четкое правило, по которому вот это сочетание или сочетание их происходит. И это, вот это правило, это и есть правь, которая взаимодействует с нами. Просто по уровню принципов, да, то есть вот правь как носитель правила, который созидает всемирие, а всемирие созидается на пересечении, сплетении именно яви и нави. Вот, наверное, пока таким образом я бы изложил. Хорошо, Алексей? Изложил. Хорошо изложил. Так, ну и вот теперь, наверное, надо перейти к тому, как они взаимодействуют, как сочетаются, и самое-то главное, не то, что они между собой сочетаются, понятно, что какие-то взаимодействия между ними происходят на их уровне, иногда неуловимым нами, людьми, в нашем образе, в нашем теле, а то, как эти сочетания, они взаимодействуют уже с нами, как мы взаимодействуем с ними, где что скрывается от нас, что, откуда ждать, благоприятное или, может быть, неблагоприятное. Вот давай как-то вот расширим, уже и добавим человека сюда. Как это все взаимосвязано с точки зрения человека? Хорошо. Сейчас немножко чуть-чуть на наукообразие попытаемся вплести в наш разговор. Значит, ну, а потом перейдем к тому, то, что ты сказал, каким образом человек попадает в это все дело или не попадает. Так вот, есть такая условная составляющая в науке, как гравитация. Полноценного определения ей, к сожалению, так никто особо и не смог дать, по крайней мере, на научных и околонаучных ипостасях. Не встретилось. Но смысл такой, что есть некая составляющая, которая там через определенные формулы позволяет
там, так или иначе выводить траектории движения тех или иных небесных тел, которые там, опять же, большей частью могут находиться вне нашего восприятия. И недавно как раз какую-то еще, не помню, которую уже по счету, планету обнаружили, которая, по-моему, период оборота в системе, боюсь соврать, но что-то порядка 15 тысяч лет. И обнаружили именно по гравитационным воздействием. На другие планеты, скажем, да, другие тела. Ну, давай тогда, что-то, вот ты сейчас озвучил, раз ты озвучил, давай тогда от себя тоже добавлю. Вот многие спрашивают, а где подтверждение ваших вед? Да? Где подтверждение тех древних знаний, которые вы часто употребляете в своем разговоре, в своих передачах и так далее? А вот как раз одно из подтверждений, что известно, что по одному из писаний 27-я Земля в системе Рила Солнца, она является как раз той самой, которую сейчас обнаружили ученые, и там как раз вращение вокруг Рила Солнца 15,5 тысяч лет. То они сейчас и сказали, примерно между 15 и 16 тысячами лет вот вращение. Название они пока не знают, дали какое-то название свое условное. Вот, ты сталкивался, но... да, с этой информацией? Конечно, конечно, как же не столкнуться? Мало того, сейчас идет информация о том, что с 2012 года произошли изменения в свойствах многих веществ, в том числе и такого, как водород, например. Атом водорода начинает себя вести по-другому. А это говорит, что меняется что-то в этом мире. А ведь известно, что водород и кислород – это самые главные воздействующие вещества. На... Это как раз основа практически проявленного мира. Да, а раз в проявленном мире они меняют свойства, значит, и в других мирах что-то меняется. Значит, все-таки не просто так говорят, что с 2012 года, 2012 имеется в виду, мы вошли в новый этап развития Земли, куда-то вот сдвинулись, да? И доказывает это и новые открытия, и то, что люди начали как-то по-другому многие смотреть на этот мир и меняют свойства атома известных веществ. Так что нас ждут великие дела, великие открытия, и подтверждения нам еще впереди очень яркие будут. Ну, продолжайте, так перебил? Хорошо, не перебил, как раз хорошо дополнил. Вот. И, соответственно, когда взвесили, собственно говоря, все доступные для нашего восприятия, ну, в данном случае через радио и прочие телескопы, и там через гравитационные расчеты, все доступные объекты в нашей, по-моему, даже Вселенной, не в галактике, то оказалось, что вот масса, ну, по-моему, я уже в одной из передач это говорил, но мы сейчас еще раз пройдемся, потому что повторение в данном случае мать учения. Еще раз пройдемся в том ключе, что измерили массу всех видимых и доступных для нашего восприятия небесных тел, и оказалось, что они составляют всего 1/10 от той гравитационной составляющей, которая проецируется во Вселенной. И как бы походили, побродили, порядили и назвали это темной материей. То есть что вроде бы есть, но никакими нашими доступными нам инструментами, в том плане научными, абстрактными и приборами, которые фиксируют, нам не удается так или иначе ее воспринять, так или иначе ее проявить. Назвали ее поэтому темной материей, и этот термин он пока так и висит. Ну, вот. То, что как бы передано по ведам, примерно так же, что явь больше нави в 10 раз. То есть то, что нам ведомо и видимо, это малая часть, а невидимо часть большая. Но смысл такой, что вот сочетание, опять же, яви и нави, в данном случае то, что, как я и сказал, по первому определению, то, что доступно нам в ощущениях, ну и, соответственно, в той или иной степени мы как бы свои ощущения, свои чувства можем расширить за счет приборов. Но если мы будем честны сами с собой, то уже надо понять, что даже это расширение нашего восприятия через приборы или
через какие-то подобные вещи, уже выводит нас из яви, доступной у нас, нам в непосредственных ощущениях, в состояние нави. Вот и все. Поэтому в данном случае явь и нави, да, явь — это то, что дано нам в ощущениях, соответственно, мы с этим можем взаимодействовать. Но одновременно, как Алексей сказал, а где здесь начинается там, или заканчивается человек вот в этом сочетании? Ну, мы уже не раз обращались, задевали и разговаривали о том, что человек состоит из света и тьмы, и по большому счету противоречий в этом нет. Но тут как бы само по себе определение света и тьмы, оно немножко не то чтобы спорно, но неоднозначно, я бы, наверное, сказал. Потому что если разбирать из области сознания, то свет — это то, что в человеке, то, что просвещено светом нашего сознания, то бишь нами осознанно. То, что в нас, не, нам, не, нами не осознанно, то же самое является тьмой или навью. Потому что, я говорю, опять же, находится за пределами нашего сознания и восприятия одновременно. Поэтому человек состоит точно так же из света и тьмы. И в постоянном режиме его взаимодействия и с той, и с другой субстанцией, из которой он состоит, да, назовем так пока субстанции, не миры, а как бы некие взаимодействующие между собой структуры. Вот. Оно происходит в постоянном режиме. Поэтому нам надо понять, вот условно, есть определенные принципы, по которым существует мир проявленный, и как бы вот этот элемент границы между явью и навью, даже если мы вспомним там, на уровне школы, института или химии, мы понимаем, что то, что дано нам в ощущениях, это малая часть того, с чем мы уже взаимодействуем там, по уровню развития науки. То есть то, что ну, даже условно изобретение того или иного химического или создание того или иного химического соединения подразумевает, что мы уже вторглись в область нави, ну, которую еще в той или иной степени мы в состоянии фиксировать через доступные нам инструменты. Но это уже не инструменты нашего тела, это инструменты, там, условно, микроскоп, там, электрохимические какие-то проявления, там, изменения физические, которые произошли не воспринимаемым нашим не сознанием, не нашим зрением, но мы видим уже как бы вторичную реакцию, что из нави нечто проявилось в яви. Поэтому, если обратиться к одному из источников, который там, ну, неоднозначен, но в то же время то, что соответствует ведам, оно там точно так же есть, это Велесова книга. В Велесовой книге сказано достаточно хорошо и четко. И над этим стоит задуматься. Все, что есть в яви, прежде в нави было. И меру свою выбрав, опять в навь вернется. Вот такая незамысловатая формула, но она в данном случае описывает величайшее движение, возникновение мира и его возвращение в непроявленное состояние. Вот в таком ключе. Поэтому явь и навь. Соответственно, то, что мы вот сказали, человек состоит из света и тьмы, и точно так же получается, мы можем вот в всемире определенное, как явь и навь, причем и явь и навь одновременно являются многими мирами. Это надо понимать, почему мы не говорим двухмирье, яви и нави, а говорим всемирье или многомирье. Потому что то, что тот участок нави, который доступен нам, это явь малая наша. А явь в данном случае, проявленный мир, он многолик, многоуровнев и как бы многофункционален. Сурьер. Да. А давай так немножечко вот расширим эту тему. Если уж ты коснулся физики и химии и других предметов, которые все со школьной скамьи знают, ну, надеюсь, что все. Надеюсь, что знают, да? Да. То есть такое понятие, как не просто спектр излучения, а еще видимый и невидимый спектр излучения.
То есть, например, вот мы видим, ну, свет, да, вот начиная от красного и заканчивая фиолетовым. И вот что до этого инфра, и что до выше ультра, мы уже не видим. Но ведь это не говорит о том, что дальше света нет, да? Какого-то. Я об этом не говорю, что да. Данное нам в ощущениях. Да, вот поэтому, если... Наши чувства. Да, если вот так же мы видим, например, подумаем о том, что явь – это то, что мы можем ощутить, то, что мы можем потрогать, но это всего лишь малая часть того, что существует реально, но то, что наши органы чувств не могут ни потрогать, ни ощутить, ни увидеть. И поэтому, может быть, вот как раз навь, она и является вот этим вот большим объемом, который включает в себя наш явный мир. То есть не просто так где-то она в стороне находится, а она и включает наш явный мир, просто тот, который наши органы чувств способны воспринимать. Но при этом нафь, она намного шире. И она вот как вот, ну если представьте яйцо, да, вот оболочка это, грубо говоря, нафь, а вот желточек внутри это явь. Вот желточек мы можем потрогать, а все остальное нам недоступно. Ну так, если утрировать совсем уж. Я понял. Ты сказал? Да, то есть идея какая, что не просто они в стороне друг от друга стоят, а они пересекаются в каком-то вот месте и взаимодействуют именно там, где с одной стороны мы что-то не видим, но с другой стороны это есть. Вот так же, как диапазон, который мы можем видеть, не видим, но он при этом присутствует всегда, как радиоволны, которые проходят сквозь нас даже, да, но при этом мы их не чувствуем, не видим. Ну, собственно говоря, об этом, наверное, основная и мысль сегодняшнего нашего разговора как раз заключается в том, что явь и навь находятся постоянно в нами взаимодействии, и то, что даже если бы мы попытались какую-то провести между ними четкую грань, мы бы попали, наверное, в сложную позицию, в сложную ситуацию. Почему? Потому что вот то, что ты сказал и перед этим я сказал, что да, какая-то часть даже яви нам доступна в наших ощущениях, но вот и световой, и звуковой спектр, и куча еще подобных спектров, они недоступны нам в ощущениях, но это не значит, что они не являются яви. Но по уровню восприятия для нас это уже нафиг. Вот здесь и происходит вот это забавное сочетание, что явь, недоступная нам в ощущениях, это навь, да, но она в то же время проявлена. Есть навь более глубокого, скажем, более, более непроявленного уровня, который имеет в себе потенциал проявления. По сути, навь, как много в мире, это в том числе и все, что может проявиться. Все, что может проявиться. А теперь как бы надо попробовать понять, на основании чего вдруг в нави, переходит состояние нави в явь. Ну и потом посмотрим, опять же, следующий элемент, как явь опять переходит в навь. То, что я привел этот короткий отрывок из Вересовой книги, как элемент нашего понимания, элемент исследования в данном случае. Соответственно, как вот я сказал, да, навь – это то, что может проявиться, а явь – это то, что какая-то часть яви небольшая. Это надо тоже воспринять, небольшая, доступна нам в ощущениях. Поэтому нам не нужно пребывать в некой большой иллюзии, что мы достаточно легко способны познать весь мир. Ну, то бишь, всемирие во множестве проявлений, точно так же, как познать все движение в праве. А по праве движутся силы, которые созидают мир. Но сейчас мы немножко вот как раз этого элемента коснемся. От чего возникает явь? Давай так. Вот ты сказал, сейчас мы коснемся. Нет, мы не сейчас коснемся. Мы коснемся его через 2 минуты, потому что наступает время музыкальной паузы.
Музыкальная пауза. Да, давай сейчас музыкальную паузу включаю, а потом мы начинаем уже разбираться и касаться того, о чем ты сказал. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, по одному из современных календарей 28 января 2016 года, четверг, по одному из старинных, седьмой день месяца в Юге и Стуж, 7524 лета, неделя. Сочетание прави, яви, нави и слави – такова тема сегодняшнего нашего главного эфира, главный соведущий Сурияр. Я прервал тебя на самом интересном месте. Пожалуйста, давай, предоставляю тебе микрофон, продолжай развивать тему. И вопросы уже идут, как ты будешь готов к ответу на вопросы. Ты тогда мне намекни, правым глазом подбегни, и я буду их озвучивать. Ну, вот, я думаю, что мы скоро уже к ним перейдем. Почему? Потому что, как бы, изложение, оно достаточно объемное. И оно несложно для меня в том ключе, что я могу излагать долго, но хотелось, чтобы у людей возникало понимание более или менее глубокое, по крайней мере, в этом задаче обучения. Вот, хорошо, ну, тогда, значит, на той, как бы, чудесной ноте, в которой ты меня прервал, на той мы и продолжим наше изложение. Соответственно, значит, человечи представляют из себя сочетание света и тьмы, яви и нави, то, что мы сказали. Значит, каким образом возникает явь во всемире? И это, собственно говоря, и в Ведах в той или иной степени изложено, и в той или иной степени касается в квантовой физике, и, собственно, для современных ученых уже не является секретом то, что с самых древних времен было известно нашим ведающим, браминам, может быть, в индийской традиции, но имеется в виду, что те, которые имеют в себе древний славянский арийский корень, они это знали с самых-самых древних времен. То, что созидателем всего является сила одна, которая движется во всемире, это же всемире созидает, проявляет его. И сила эта называется Ра. То есть свет в огромном количестве своих проявлений, доступных нашему восприятию и недоступных в том числе. Потому что когда называют, говорят Ра и обращаются, определяя это именно как Солнце, это неверное определение. Почему? Потому что Ра в данном случае это именно созидающая сила света, которая течет согласно праве, а правь есть правило, по которому сила движется, и она проявляет этот мир. Часть мира, я говорю, какая-то малая, очень небольшая, она доступна в нашем восприятии, потому что тот свет, который есть в нас и исходит из наших глаз в том числе, мы способны подсветить окружающее пространство вместе с тем источником, который есть источник Ра. Соответственно, входя в Навь, имея в себе, тут не помню, на предыдущих беседах мы обращались, что по сути мы можем вывести как некую формулу, да, дух, свет и, сейчас вспомню, что же там, у нас третье. Но условно дух и свет, и мысль, сила родова. Дух, свет, мысль, сила родова есть одно. Потому что там, где есть свет, созидающий, проявляющий всемирие, там есть деяние рода. И в то же время, как сказать, мы понимаем, что
наше восприятие деяния родова как прародителя, как начало созидающих сил, оно ограничено, поэтому тот уровень восприятия яви, который у нас есть, он очень мал. И в то же время сам принцип, он распространяется на все. И, соответственно, вот как с древности известно, если где-то селился человек святой, святой, тот, кто способен очень большой объем света в себя воспринять и подсветить огромное количество земной, огромный простор земной яви вокруг него, говорят, там и говорят, но для меня это безусловно, потому что я с этим сталкивался, видел это. Там условно и травы колосятся, и дождь приходит во время, и стада тучные и хорошие, и люди друг другу при встрече улыбаются. Вот то, что происходит. Это то, что способен сделать один человек, праведник, живущий по праве, способен воспринимать в себя свет. Соответственно, есть и обратная реакция, когда свет, вот, меру выбрав свое бытие в яви, возвращается в навь, ну, то, что проявлено. Соответственно, что есть в нашей всемире? Это вечное коловращение сил родовых, которые проявлением через свет проявляют то, что есть явное, и возвращает то, что есть, как бы то, что исчерпало меру своего бытия в навь. Вот, и поэтому мы, когда обращаемся к этим вещам, надо очень четко понимать, что свет созидает, и в то же время, как два первопринципа или два первых лика прародителя, Бел Бог и Чернобог, они в этом ключе точно так же. Один является проводником света созидающего, а другой через лад сохранения и меру срок события уже определяет те или иные как сказать, пределы бытия мира явного. В данном случае и частей этого мира, и в данном случае и любого из нас, что пока мы живы и наполнены светом, и живо в нас течет и бурлит, мы есть, и когда это заканчивается, остается от нас наш скафандрик небольшой, который переходит постепенно в мир нави, но есть еще темная навь, мы к этому тоже сейчас потихоньку подойдем. Ну вот. А наша светлая составляющая, она уходит туда. Вот это примерно такой ключ, что где есть свет, там может проявиться явь в доступном нам виде. А там, где он есть, она в любом случае проявляется. Я имею в виду, что в доступном нам виде какая-то малая часть, она может проявиться. Вот таким образом. Пока... Наверное, мы на этом сейчас остановимся, но имеется в виду по углублению. Постепенно будем сейчас вот к нави еще подойдем, потому что, по сути, это одна из основных элементов нашего, с одной стороны, восприятия, с другой стороны, нашего взаимодействия. А так посмотрим, может быть, какие-то вопросы. Да, вопросов уже здесь много идет. Я думаю, из них можно дальше создавать продвижение эфира. Давай я от себя немножечко уточнение внесу. Очень часто приходится смотреть за различными чатами, и в нашем чате такие часто происходят столкновения между братьями русами, славянами, ариями, как еще так назвать. Кто-то, ну, например, там говорит: «Слава Чернобогу, слава Маре». Да, и тут же на него накидываются: «Ага, ты там темных богов славишь, пошел он отсюда». Кто-то говорит, что слава там роду, слава Белобогу, на него сразу: «А почему ты не славишь там темных богов?» И опять начинается. Вот давай уточним. Белобог, Чернобог, Мара, например, там Макаш, да, ну, условно так, от балды, да. Вот можно ли так относиться, что
те примеры, которые тебе привел, что они очень часто возникают. Можно ли так относиться к родным богам и вот так вот разделять? Ну, когда там спрашивают, говорят, ну вот вы служители там в обычаи, традиции, там жреческое какое-то служение, видовское осуществляете, вы там свету служите, ну мы, говорим, знаем свет и тьму. И как бы ходы у каких-то из тех, кто идет путем постижения, идут и в свете, и идут и во тьме. Но это не значит, что тьма воспринимается как противник света. Это то или на другое состояние бытия. Просто нам доступно, как правило, то, что находится в свете, и мало доступно то, что находится в тьме. Ну и как бы любителей походить в тьме без подготовки, я бы как бы, ну, не то что не советовал, а категорически бы не советовал. Почему? Потому что мы все-таки проявлены в мире светом. И здесь мы, у нас есть несколько источников этот свет почерпнуть. Солнце, живо текущее, поток силы родовой, взаимодействие с людьми, потребление пищи, наполненной светом Ра. Это все позволяет нам в той или иной степени восполнить источники света. Если вы удаляетесь достаточно глубоко во тьму, там есть достаточно серьезные большие сущности, назовем их так, которые пребывают, для нас это пределы вечности, но им точно так же для существования нужен свет. Просто они уже вышли из пределов бытия туда, куда свет доходит. Соответственно, они могут получить свет только от носителей. Поэтому если человек без какой бы то ни было серьезной подготовки пытается туда куда-то далеко углубиться, его будут большие проблемы. Я тебя понял. Вопрос сейчас, немножко в другом случае. Я продолжу. Я просто как бы тут немножко из как бы явь наш свет и тьма, и как бы славим ли мы там темных богов или не славим, и кого мы называем темным. Понимаешь? Потому что сама по себе иерархия божественная, сам по себе пантеон, он достаточно четко нам говорит, что все старшие боги первого уровня порождения, проявления, потому что от ликов рода исходящие, потому что есть и предки наши светлые, которые поднялись уже из, в общем-то, наших более плотных миров, светлую нафь и стали по праве предки. Вот. Они имеют свое представление и в яви, и в нави, в свете, и в тьме. То есть четко надо понимать, потому что это и созидающие, и разрушающие одновременно силы. Ну, имеется в виду кто-то вот как в уделах Белобога больше деяния свое совершает, кто-то в уделах Чернобога. Ну, вот там, условно, вот это противоречие, которое часто возникает, типа Перун и Велес, да, там, ну, можно тут условно опять же отнести, что Перун большую часть деяний в области света, а Велес как раз большую часть деяний в области тьмы. Но это не плохо, не хорошо, это именно так есть. По поводу того, что славить нам один из ликов древней богини нашей Мокоши, там, темную лика Мару, вопрос в чем заключается? Мы как бы толком не понимаем, говоря слово «слава». Что оно само по себе значит? Алексей, вот как бы ты характеризовал, что оно подразумевает в себе это слово? Так, как бы это предположить-то? Слава, да? Слава. Угу. В советские времена слава КПСС, слава труду. Слава КПСС, так это вообще не человек. Да. Кто такой КПСС, задавали вопросы иностранцы, приезжавшие в Советский Союз. Так, ну интересный, конечно, вопрос. Слава с, лава. Угу. Если начну отмечать, как я знаю, то как бы интрига пропадет. А если я начну отвечать с точки зрения дурачка, то как бы опять интрига появится. Ну давай так. Ну вот ты давай все-таки, чтобы интрига.
Давай, хорошо. Ну, слава, ну, славить, это когда возносят какие-то добрые слова, когда поднимают тосты за того, кого славят. Вот, наверное, так, в простом представлении вот это должно рождаться такая мысль. Хорошо, ты сказал? Да, вот, наверное, у большинства людей такая позиция возникает. Хорошо, потому что если мы это поймем, у нас очень интересный ход сам по себе в целом выстраивается. Почему? Потому что слава, вера, ну, они ключевые понятия, совесть, там, свобода, воля. Так вот, слава, то один человек, как-то мы встретились с ним, я говорю, вот слава, что такое? Он говорит, я славлю и славливаю. Я говорю, славливаю что? Ну вот, условно, от меня восходит, ко мне приходит. Я говорю, ну так, коммерческий обмен совершаешь или что? Он говорит, ну, нет, наверное. Но, как звучит, это похоже на то. Другой человек, когда я спросил, что такое слава, он говорит, лава, а С соединяет, то есть, соединенная лава или света лава. Так вот, то, что вот в предыдущей части нашей сегодняшней беседы мы говорили, что свет созидает. Так слава открытая, почему вот мы, еще у нас пока не было беседы о сути обряда, но мы в той или иной степени всегда к ней возвращаемся. Так вот, в обряде мы, когда говорим слава, что происходит, да, вот я просто то, что как ведомо мне и энное количество людей, почему я говорю, как бы элемент познания, элемент постижения, он у нас в явном мире это через доступные нам инструменты, через науку, с одной стороны. А в навном мире есть инструменты, люди ясно слышащие, ясно видящие, там, в той или иной степени ясно понимающие. Там, периодически, крайне редко среди них люди встречаются так называемые ясно знающие. Так вот, что они говорят? Когда вы произносите слава, часть света вашего, вас находящегося, потому что каждый из нас является в данном случае Божичем, созидателем всемирия и проводником Ра. Вот то, что я говорил, что такое свет и человек, праведник, живущий на земле, собирающий свет и являющий его в деянии своем. Ваш свет восходит на очень высокий уровень небес. То есть мы через это... Не то, что как бы являемся, там у нас часто люди говорят, а может быть от вас кормятся? Нет. Просто мы находимся в сочетании. Мы отправляем в миры горные свою светосилу, славу, светолаву. И получаем в обратном в большей и намного как бы более тонкую созидающую силу. Света, мы уже как бы менее видимо, менее воспринимаемо нами. Тот, кто человек неоднократно с нами бывал на обрядах и способен войти более-менее в четкое состояние, ну вот школа обрядом войти в согласие, он достаточно четко понимает тот момент, когда в обряде произошло некое новое действие. То сила поменялась условно от исходящей, она стала входящей. Это реально как вплоть до того, что как некий легкий ветерок с неба на тонком уровне воспринимаемый. И для кого-то это может быть, показаться некими забавными рассуждениями и прочее. Я говорю, практикуйте в данном случае, совершайте обряды, а по возможности постарайтесь найти тех, кто реально имеет посвящение более высокого уровня и способен обряд запускать. Поэтому, когда, допустим, мы говорим, славим или не славим богиню темную ликом, потому что в обрядах, когда говорим, мы богиню темную ликом Мара чтим, но не славим. Почему? Потому что она
и так стоит на той стезе, как водит наших родовичей, которые меру бытия своего выбрали в яви, когда они переходят в Навь. Вот она их провожает и собирает свою дань света с них в том числе. Поэтому мы не, как бы, если мы повышаем активность, небес отправляя туда свою светолаву, то повышать активность Нави, которая в области Чернобожия находится, мы этого не делаем. Почему? Потому что она живет своим ходом, мы живем немножко в другом иномире. Поэтому темных богов чтим, но не славим. В данном случае, вот что касается Мараби. Есть и день специальный, когда ее почитание производится, и ей приносятся требы, но ей приносятся требы именно тем, от чего надо избавиться. А не тем, чем, когда мы произносим, совершаем, сотворяем обряд для светлых богов, как мы говорим, то, что сами едим и детям своим даем, то и предкам славным отправляем, ибо в единстве пребываем, род земной и род небесный. В единстве пребываем, явь и навь, единой силой созидаем. Вот как священная формула звучит. Алексей? Понятно. Значит, получается, что почитать, но не славить. А бывают ли случаи, когда, на твой взгляд, все-таки есть необходимость обращения к темной стороне, то, что называется в большинстве наших слушателей темной стороне, к темным богам для какой-то конкретной цели? Ну, как я вот уже сейчас коснулся маленько, то вот этот день почитания Мары и обращения к ней, он подразумевает, что у нас есть нечто, ну вот он почему в конце кологода, это, как правило, вот на ноябрь, да, дни Мары, что у нас накопилось нечто, от чего нам надо избавиться. И там тоже как бы определенный заговор в этом обряде, когда Мара в коло приди, то, что не наше от нас ушедшее, себе забери, то, что наше, оставь нам, и там дополнительные слова и как бы действия говорят. Именно таким образом. Только для этого. Почему? Потому что в данном случае подразумевается, что светлые боги, те, которые являются проводники, созидающие света силы, и темные, их же могут быть ипостаси, это когда уже ведомство Чернобога. То есть, если вы хотите разрушить что-то, вы обращаетесь туда. Но просто надо понимать, что это, как сказать, вот это вот разрушение, оно в первую очередь может коснуться и вас. Почему? Предки наши, они достаточно четко это для себя отделяли, и как бы попусту, ворожбой и некими подобными делами, когда выход за созидание света, а выход в тьму, они все-таки не особо почитали это. И, собственно говоря, колдуны, они всегда были немножко как бы на выселках, потому что ведуны и колдуны — это немножко разные ипостаси, это не одно и то же, это надо понимать. Вот таким образом. Ну хорошо, здесь можно разные традиции брать, кого называли ведунами, кого колдунами, потому что есть понятие, что, да, что колдун, да, что колдун, в общем-то, не является совсем уж таким каким-то темным представителем. Почему? Потому что коло, понятно, что Дуня тоже понятно, да, то есть некий обряд вокруг вот этой Дуни, где там священный огонь горит и так далее. Ведун – это человек знающий, ведущий, но ведь никто не мешал ведуну, например, проводить какие-то обряды около, то есть около Дуни, то есть быть колдуном или колдунья могла это делать. Поэтому в разных родах, традициях по-разному называли. Просто сейчас, на сегодняшний момент, может быть, к счастью, может, к сожалению, а может быть, я так не надо делать каких-то скоропостижных выводов, что слово «ведьма», слово «колдун», они стали очень нехорошего содержания у большинства людей. То есть, когда говорят «ту ведьма», да, там, помните, Иван Грозный Васильевич имеет профессию, а да ты ведьма, да, ты то, ну, плохая, или там «колдун», тебе надо на костер. Вот поэтому здесь иногда я сдерживаю себя в каких-то словах для того, чтобы
прежде чем сказать, разобраться, а какого понимания человек, с которым я общаюсь. А поскольку у нас аудитория очень широкая и много людей с разным представлением о слове «колдун», «ведьма» и так далее, то, наверное, сначала надо расшифровать это слово, потом уже говорить, что есть вот такое, есть такое, есть такое. Но то, что, как ты правильно сказал, люди с какими-то ординарными способностями, ведущие, знающие, не всегда могли жить прямо внутри общины, вот так же, как обычный человек. Такие случаи, да, встречаются и встречались раньше, потому что очень было тяжело жить рядом с человеком, который обладал знаниями, глубиной знаний намного больше, нежели чем обычные люди. И поэтому он происходил наоборот. Человек, ведущий, знающий, куда-то уходил на выселки, и вокруг него уже объединялись те, которые его понимали, которые хотели у него научиться, которые хотели жить так, как живет он. И таких случаев огромное количество. И самый яркий, например, это Сергий Радонежский, за которым люди шли вглубь леса, когда он просто уходил из этого мира, чтобы самому заниматься своими делами. И за ним потом люди шли, и вот образовывались посады, образовывались потом церкви на его месте и так далее. Поэтому вот я воздержусь от бросания такими словами, что это хорошо или плохо, а просто скажу, что вот экстраординарные люди, ведущие, знающие, иногда не жили внутри общины, а жили несколько в отдалении для того, чтобы не воздействовать очень сильно на окружающий мир. Если нужно было, то люди приходили к нему. Вот как-то более мягко, я так сказал. Ну, видимо, не иногда все-таки, а как раз в подавляющем большинстве случаев. Тут просто у нас есть неплохой пример, там, ну, как бы в той или иной степени восприятия. Тут мультфильм «Князь Владимир», по-моему, был. Вот там вот этот элемент там в той или иной степени противостояния, потому что там еще есть более высокий принцип, как бы, света и тьмы, который подразумевает, почему люди, обладающие силой, обладающие способностями, оказываются либо на стороне больше света, либо больше на стороне тьмы. Я просто не говорю, что это плохо или хорошо. Почему? Потому что как бы одна из первейших заповедей наших, по которым мы идем, это продолжить роды наши вечно. Наши должны продолжаться. И, соответственно, если ведун, колдун, чародей, кудесник, живущий где-то в окрестностях того места, где проживает род, способствует этому, он оказывается на стороне света. А может оказаться чародей и колдун, само по себе слово не обозначает конкретно. Почему? Потому что, ну, как я как бы немножко больше, наверное, в тему погружен, как все-таки определенные обрядовые действия совершаю, и поэтому я могу на уровне даже, там, скажем, тонкого восприятия отделить, какого хода человек, какого хода как бы человек, обладающий силой, чтобы понять. Поэтому я не буду сейчас пока более четко это расписывать, потому что если как будет на то какое-то решение там, или как бы направление старших предков наших, соответственно, мы, может быть, этот вопрос разберем глубже. Хорошо, сейчас мы должны прерваться на музыкальную паузу. Раз ты уж вспомнил «Князя Владимира», мультик такой, да, мультфильм, то, конечно, очень противоречивый мультфильм. С одной стороны, радует, что... Да, я не говорю, что это однозначно, я говорю просто как элемент примера, так вот, порядок какого-то. Да, с одной стороны, радует, что все-таки какой-то старине обратились наши творческие люди и сняли довольно-таки яркий мультфильм. С другой стороны, он все-таки снимался, я так представляю, что там в смесь, там даже не то, что заказ само собой, там некая смесь. С одной стороны, там и историческое, то, что я имею в виду, историческое написано специально было, да. С другой стороны, видно, что там где-то кто-то попытался и этнографию какую-то вставить.
и то, что там присутствует упоминание о древних богах, но как-то упоминание о древних богах очень одностороннее и очень дуально. Одностороннее, дуально в данном случае не является противоречием. Одностороннее представлено, дуальное представление о мире. То есть односторонне почему? Что были такие все не очень понятно примитивные, потому что повелись на все. А с другой стороны, дуально. Вот есть некий дедушка с посохом, с челками ходит, которому все, так грубо говоря, животные подчиняются, и он управляет светом, и он сам светлый, и мудрость в нем содержится. Так же, как пчелки содержатся в той коробочке, которая у него на посохе. А с другой стороны, почему-то жрец перунов оказывается таким чумазом-причумазом, в плохом смысле этого слова, такой злодей-призлодей, который козни творит, который там всех травит, убивает, и самого князя чуть там не убил, вот, и сражается с этим старичком, лесовичком, дедушкой, который по роду живет, вот дуб, то дерево, как раз род символизирует. Mm-hmm. Вот, поэтому неоднозначно и слишком дуально все. Я ни в коем случае не призываю, что воспринимать это как безусловную там правду, не говорю даже истину. Просто это вот один из элементов возможного изложения. То, что какие-то мемы, да, там заложены теми, кто писал сценарий и был заказчиком, это безусловно, но мы-то со своей стороны все-таки хотим видеть там то, что нам надо, и, собственно говоря, это можем увидеть. Да, не только то, что надо, хотя бы правду увидеть, да, а не просто там выдумки. Но так или иначе, раз ты затронул этот мультфильм, то давайте уж и послушаем песню из этого мультфильма. Народное славянское радио. От прошлого к будущему. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 28 января 2016 года четверг, по одному из старинных 7-й день месяца вьюг и стужи 7524 лета неделя. Сочетание прави яви нави и слави, такова тема сегодняшнего нашего живого эфира, главный сведущий Сурияр. Итак, поговорили мы и о мультипликации, теперь давайте вернемся все-таки к нашей теме. Что-то от себя еще расскажешь или уже будем вопросы зачитывать? Рассказывать, ну, тут просто, я думаю, давай мы попробуем поотвечать на вопросы, потому что, как показывает практика, очень большое изложение, там немножко подвисает в головах. Там есть еще что сказать, но мы, может, немножко разрядим вопросами и потом еще попытаемся. Согласен с тобой. Славе, по крайней мере, дойти. Да, согласен с тобой в том смысле, что всегда вопросы от слушателей говорят нам о том, как воспринимается тема, понятна ли она вообще, и они позволяют нам возвращаться часто на бренную землю для того, чтобы не уходить в сторону. Итак, первый вопрос поступил от Мокша из Москвы. Что есть душа и где пребывает она, когда находится не в яве? Ну, мы разбирали этот момент, ну, у нас буквально предыдущая, по-моему, беседа была «Тело, душа, дух». И мы там достаточно плотно этих вещей касались, с одной стороны, но там всегда есть что добавить, что сказать. Поэтому, с одной стороны, адресовал бы вопрошающего попытаться прослушать там, вот, там, чтобы какие-то вещи, может быть, соблюсти. А сейчас, если так особо, наверное, не углубляясь, я говорю, через тело мы воспринимаем окружающую нас реальность, явный мир, то, что дано нам в ощущениях через наши чувства. С навью, как бы с очень широким спектром навью, по сути, мы можем взаимодействовать через свою душу при условии, если душа нарастила
определенный объем, как часто говорят, тел тех или иных, ну, скажем, определенный объем спектра восприятия резонирующих частот. Вот, по сути, поэтому душа, она все-таки в меньшей части пребывает в яви. Почему? Потому что она как раз является для нас мостиком между явью и нави. Вот, потому что навь имеет очень много слоев, и в зависимости от того, как мы смогли вырастить вот это тонкое восприятие своей души, повысить условно частотный спектр, через который она может взаимодействовать с великой навью. Вот таким образом наша душа. Поэтому то, что мы говорим, что душа пребывает в яви, ну, это не, все-таки не совсем, что она там, потому что она в постоянном режиме в яви и в нави, но, опять же, качество этого проявления зависит от уровня нашей осознанности, от уровня нашей светимости, от того, какое количество времени мы посвящаем сознательным, осознанным практикам, деланию своему. Вот, наверное, так. Так. Хорошо. Давай дальше посмотрим. Вадя, вопрос в эфир. Можно ли понять явь как то, что ты знаешь, и можно научным методом проверить, например, ауру я вижу, значит явь. Эфир я верю, есть эксперименты, тоже явь. А Эйнштейн эфир не верил и типа эксперимент не подтвердил. То для него аура и эфир навь. Спасибо. Так, сейчас попытаюсь сообразить, потому что вопрос достаточно. Тут Эйнштейн пришелся к нам, да, в пору самую. Что-что? Говорю, Эйнштейн в гости к нам пришел, да, в пору пришелся. В гости к нам пришел, сразу нас немножко запутал. Но смысл такой, да, то, что, опять же, уже в течение сегодняшней беседы я говорил, что как бы поставить четко границу между явью и навью не представляется возможным. Почему? Потому что определенная граница – это уровень нашего восприятия, восприятие нашего физического тела. Следующая граница – это расширение нашего восприятия там, через практики, через приборы, через это. Это уже следующее, но это уже как бы для физического тела, условно, это уже, говорю, это по сути, навная составляющая. И в то же время мы ее вытаскиваем в явь, добавляя туда света. То есть, вот я о чем говорил, что свет, попадая в навь, делает ту или иную часть нави для нас явным, видимым. И поэтому то, чего условно добился или не добился Эйнштейн тоже достаточно много практиковал, просто он был немножко, не немножко, а прилично других родов, поэтому схемы восприятия у них, они, как сказать, касались до яви и нави в той или иной степени, но имеется в виду, что ученый, он пытается пробиться в определенной степени в ту или иную глубину нави. Вот. Как бы праведник старается жить по праве. И вот это разные ходы, это надо понимать. И в данном случае Эйнштейн в этом ключе точно так же старался по мере своего понимания, там, возможностей развития пройти в навь. Поэтому мы, я и сказал, что мы не различаем, там, четко не ставим границы, что здесь явь, а там навь, потому что они в постоянном режиме, и, как я говорю, явь – это то, что есть вокруг нас, а навь в это время где? Она точно так же вокруг нас в постоянном пребывании. Так, Алексей? Может быть и так. Давай дальше посмотрим. Оппонируй. Нет, нет, по Эйнштейну я с тобой согласен, что немножечко иных родов. Хорошо, да. Ладно, давай посмотрим еще, какие вопросы к нам поступали и продолжают поступать. Напомню, что вопросы мы принимаем из чата Народного славянского радио. Если вы еще не в чате, но хотите задать вопрос, то, пожалуйста, входите на сайт Народного славянского радио. Так в любом поисковике набирайте «Народное славянское радио». Перед вами откроется сайт slavmir.org. Вас поприветствует, и дальше будет менюшечка, где можно выбрать слово «чат». В чате регистрируйтесь один раз на всю жизнь, не забывайте свой логин и пароль и становитесь полноценным хозяином своей жизни. Можете задавать вопросы, общаться с нашими и с вашими друзьями в чате, искать подвижников, друзей и так далее.
и, естественно, задать вопросы нам. Так, про Эйнштейна разобрались, идем дальше. С Эйнштейном разобрались. Да, идем дальше. Ну, понятно, кто он, все отлично. Дальше, вопрос в эфир от Антона. Может, немного не по теме. Скажи, пожалуйста, как снять блокировки сознания, чтобы видение не спонтанным было, а осознанным? Благодарю. Ну, мы, я говорю, практически в каждой беседе к этому возвращаемся. Конкретно ту или иную практику, не видя человека, я рекомендовать не буду. Вот. Единственное, что наиболее, наверное, доступное, это вот, с одной стороны, обряды, при условии, если вы там знаете обрядодея и ему в достаточной степени доверяете, это раз. А другое, как бы, попытка вот сонастраиваться, обращение к богам индивидуальное свое. И, как бы, условием успеха, наверное, практически первым, тут является, как это, ритмичность. То, что вы делаете, это регулярно, условно, два минимум раза в неделю. Лучше три. А лучше каждый день хотя бы по часу. Вот. Если вы это делаете, то там с достаточно большой долей уверенности можно сказать, что чуть раньше, чуть позже, как ваши успехи в этом деле проявятся. Потому что там нет, как бы, не надо впадать в иллюзию, что условно сегодня ты начал практиковать, то завтра ты стал ведущим. Это и год, и 5, и 10, и 15 лет может пройти. Тут, как бы, нет, в этом плане не должно быть излишних иллюзий, и тогда не будет разочарований. Наверное, так. Угу. Ты знаешь, часто с такими приходится встречаться вопросами, а как вот открыть это, как раскрыть то, как почувствовать, как убрать? Мне кажется, один из способов, помимо того, что ты сказал, приемлемый и проверенный, если вы себя осознаете частицей этого мира, вы просто должны к этому миру быть открытым и пытаться его понять. Но самое главное, если вы себя ощущаете в этом мире потомками великих предков, великомудрых предков и богов, то в этом случае есть очень простой способ. Обратитесь к своим проотцам, к своим дедам, пращурам, роду. Типа, батя, помоги, вот хочу разобраться с этим. Дай возможность разобраться, или там, мам, дай мне вот так и так сделать, или бабуль, ну вот проблемка, да, решим ее. Не то, что ты за меня все сделай, как у нас есть, до сих пор сохраняется такая тенденция заплатить денежку, и чтобы за тебя что-то сделали, сходить в аптеку, купить какую-то таблетку, себе ее засунуть, или там дать кому-то деньгу, чтобы за тебя в сортире прибрались, или в какое-то учреждение сходить, оплатить что-либо, где-то, может быть, в виде квитанции, где-то, может быть, на руки дать, купить какое-то приспособление и там где-то поставить, чтобы оно погорело какое-то время, и записочку кому-то передать. Вот это вот иждивенческий подход, он не совсем наш. Вернее, как сказал ты, совсем не наш. У нас все-таки так. Если сам нагадил, будь добр, уберись. Если заболел, так разберись, почему заболел. Убери причину, а не следствие лечи. Если хочешь что-то познать, так иди сам познавай, а не обращайся к тому, который тебе все за тебя сдаст. Потому что если за тебя дают, то за тебя и будет спрос. Тебе же не просто так дали. Тебе дали за что-то. Тем более, когда это кто-то чужой тебе дает. Ведь чужой никогда тебе не будет просто так делать. А свои родные тебе и помогут, и направят, и пендаль волшебный тебе дадут, управляющий. Так что все нормально, все хорошо. Вот это надо, мне кажется, понимать, и тогда все будет здорово и понятно. Давай дальше посмотрим. Да, чуть-чуть дополню твою мысль, если не возражаешь. Я бы тут сказал, что смысл простой. Вот условно, какую-то физическую и прочую работу, как ты сказал, да, можно кого-то попросить, заплатить или еще что-то сделать. А духовную работу, свое духовное делание, свой духовный рост вы можете осуществлять только сами. Никто за вас это делать не сможет, даже как бы не захотел. Угу. Да. Хорошо, следующий вопрос, но перед этим вопросом маленькая преамбула. Вот Мокша пишет в чате: «Благодарю, Лютобор, девочка я, получился мальчик», то есть когда я назвал перед этим вопросом. Так дело в том, что здесь же не написано «мальчик ты» или «девочка», здесь написано просто «Мокша».
Это как же Кукша, например, да? Ну кто? Если это девочка, я бы увидел, сказал, вот Кукша – это девочка, понятно. Так, извини, пожалуйста. Ну хорошо, вот вопрос от Мокши в эфир. Mm-hmm. И единое информационное поле – это явь или навь? Это явь и навь. Я даже скажу больше и правь одновременно. Потому что свет, как вот в данном случае, мы просто, исходя из как бы, ну, обыденных, не обыденных, а приемлемых научных терминов, да, это как бы субстанция, несущая в себе большую долю порядка, противовес энтропии, как бы процессу, несущую в себе достаточно большую долю беспорядка. Ну, вот так примитивно мы попробуем выразиться, но смысл этого не меняется. Поэтому и в яви, и в нави единое энергоинформационное поле и субстанция. Но правила движения едины и для того, и для другого. Но имеется в виду, что сила движется и по яви, и по нави в соответствии с единым правилом. Вот примерно так. Поэтому тут нет условно, что нафь – это некое отделенное от всего пространства, которое никак не соприкасается. Потому что явь проявлена, вот, талога такая, в великой нави. Вот и все. Потому что условно сгусток мысли, духа, силы, родовой, света, ра проявляет все мире. Вот и все. И это все в едином ключе, в едином направлении. Благодарю тебя. Кстати, здесь в вопросе Мокши скрывается и сам ответ. Слово «единое» означает «неразделимое». А в «единое» входит все, что есть и в этом мире, который мы видим, и не в познанных мирах, и в многих вселенных, и так далее. Информация такая штука-то интересная. Она многогранна и всепроникающая. И бывает так, ты еще подумать не успел, а уже в другом измерении, в другом мире, в другой вселенной это все уже проявилось. И проявилось многократно, уже дало свои всходы, уже было там переработано как-то, а ты только додумываешь эту мысль. То же самое и в обратную сторону работает. В этом заключается весь секрет взаимодействия нас с нашими предками, с нашими богами и взаимодействие их с нами. С одной стороны, мы далеки друг от друга, с одной стороны, мы друг друга не видим, а с другой стороны, мы неразрывны. И поэтому это и есть единое информационное поле, которое пронизывает все и вся. То есть полная альность. Здесь нет какого-то отделения. Давай дальше. Виталий, вопрос в эфир. Ведь свет, излучаемый оттуда, из яви в навь, или они оба взаимосвязаны? Он не из яви в навь, он свет, излучаемый от источника. Вот. Ну, как в том обычае, в том изложении веды, которого придерживаюсь я, обозначается именем род. Но это не является лик, это как некое начало, некая точка исхода, который во множестве ипостасей, во множестве ликов, во множестве сил и на множестве небес себя проявляет как некое созидающее начало. Вот. И поэтому только после того, как созидающее начало начинает себя проявлять, возникает, с одной стороны, активируется навь, потому что до того, пока на нее нет воздействия света, духа, силы, слова, мысли, ра, оно для как бы всемирия не явлено, потому что навь в данном случае тоже часть явленного всемирия, но явленного не нам, а явленного в целом. И, соответственно, только после того, как источник начинает себя проявлять, вот, исходя в виде ра, света, возникает активность в нави, и потом уже как бы созидание и сплетение определенного количества сил, действующих по праве или по кону, в данном случае, потому что правь – это, как сказать, развернутый кон, потому что кон в малых, условно, мыслеформах может быть проявлен, но он разворачивается во множестве мыслей сил, вот, которые осуществляются через правь.
Вот таким образом. Угу. Или а что-то вот... недоответил, если Алексей поправит. Если ты недоответишь, я думаю, ты ответишь потом перед радиослушателями. Они вопрос зададут. А вот, кстати, один из таких вопросов, уточняющий, которого нам всегда так... который нам всегда так требуется вот в живом эфире. Вадя пишет: «Вопрос в эфир. Начните, пожалуйста, с понятий. Исходим из того, что слушатели на начальном уровне основное. Какова цель? Зачем знать явь, правь и тому подобное в плане соответствия нашего понимания реальному? Будет ли, узнав что это, что-то понятней? Больше физики, ближе к типовым понятиям и примеров образно понятных, пока мозг ломается». Спасибо. У меня тоже немножко мозг ломался, пока умные слова сии слушал. Алексей, будь ласка, если не сложно, чуть попроще для меня. Вадя, будь ласка, чуть попроще для меня, чтобы я попроще потом для Сурияра. Ну ладно, повтори еще раз вопрос. Тебе помедленнее или попонятней? Короче, как по доброте своей сможешь, понял, так и сделать. Раскрываю свое большое материнское сердце и говорю: значит, ситуация какая? Слушатели на начальном уровне. Им нужно говорить просто: вот это тапочки, вот это веник. То есть, какова цель? Если мы знаем, что такое явь, правь и нафь и тому подобное, то что тогда будет меняться в реальности, в понимании? Будет ли какая-то польза от того, что люди узнают? Может быть, как-то на физике это поближе объяснять типовыми понятиями, например, там, образными и так далее. Хорошо. В принципе, вопрос понятен. С другой стороны, Алексей, мы приходим к тому вопросу, видишь, чтобы более четко можно было излагать. У меня все-таки к тебе просьба хотя бы некоторый уровень словаря, который... у нас более-менее понятен и устойчив, вот его выложить на сайте, там я, если там в ближайшее время все-таки ВКонтакте там появится возможность каким-то образом пребывать, я там тоже это сделаю, вот, потому что вопрос в определенной степени в этом ключе. А с другой стороны, то, что я говорил, формула проста, с одной стороны, то, что в яви есть, прежде в нави было. И меру бытия своего выбрав, яви снова вновь вернется. Это одно я говорил. Другое я говорил, что каждый из нас является проводником животворящего света. Мы точно так же, как Вышний Источник, в той или иной, каждый по мере своей, просто не надо как бы тут слишком впадать в иллюзию, что мы во всей полноте уже уподобились Источнику. Просто каждый по мере своей чистоты, по мере своей осознанности, по мере своей качественной структурированности является проводником света. Соответственно, он формирует образ мира, в котором он пребывает. Потому что каждый из нас является сотворящим, с родом, сотворящей единицей, которая вместе с родом сотворяет окружающий нас мир. И если ты делаешь это осознанно и понимаешь, если ты, почему, вот был такой наших родов исследователь очень сильный, Никола Тесла, я думаю, многие о нем слышали, он говорит: я могу любую машину, его слова из его рукописи, любую машину создать в своем воображении, полностью до мельчайших деталей, запустить ее, провести все необходимые испытания и получить результаты. И когда мы делаем то же самое в явном мире, ну то бишь производя материальный продукт, мы получаем то же самое. И ни разу, говорит, у меня не было ошибки. Вот это то, о чем говорит сила образа. Поэтому, если мы понимаем, как в той или иной степени взаимодействует нафиг, работаем над качеством самих себя, делаем то, что должно. И, соответственно, мир вокруг нас обретает вот тот образ, который мы бы хотели в нем увидеть. И вот эта возможность сотворения в каждом из нас есть. Примерно так. Уточнения от Вади поступают в эфир. Вот, к примеру, можно так понять: явь, порядок, диапазон, кодировка, вибрации каких-то. У всех людей... он тот же одинаковый, а нафиг другой диапазон, кодек. Может, дело в ключике?
То есть, может быть, просто кодировка у разных сущностей, живущих в нашем мире и живущих не в нашем. Поэтому вот и не соприкасаемся мы только из-за этого. Ну, и это в том числе, почему я говорил, что нам доступно вот, на нашем обыденном восприятии. Просто я не хочу обозначать, что вот границ, потому что у меня есть и свой опыт, и достаточно четкая уверенность, и веды нам о том же говорят, что мы есть часть света, часть источника, и, соответственно, принимая в себя больше света, условно, каждый из нас, наши роды, мы можем развиваться очень далеко и высоко, и быть, с одной стороны, сотворяющими это, и достаточно далеко свой взор светом наполненный устремлять вновь, видеть там все. Но это, я говорю, это потенциалы, которые мы либо реализуем, либо не реализуем. А то, что вот даже мы описываем наши небеса, то, по сути, только первые небеса – это наш явный мир, доступный нам восприятие. Все остальное – это как бы за пределами восприятия обыденного человека. И в то же время, когда там или группа, или какие-то люди работают, в конце концов, им часто удается прийти к единому пониманию, к единым схемам и результатам восприятия того всемирия, который уже находится достаточно далеко в мире навном. Вот примерно так. Ну, понятно. И еще один тогда уточняющий вопрос в эфир от Вади. Зачем нам знание Яви, Прави и Нави? Что это дает? Ну, я только что об этом сказал. Ну, все-таки, я раз уточнение такое было, что... Ну, хорошо. Ну, что дает, значит, смысл такой, что если вы знаете явь, навь, каким образом примерно вы можете, вы как индивидуальность, как человек, можете с ними взаимодействовать, и если вы в той или иной степени понимаете правила или вышнюю правду прави, значит, у вас есть возможность сотворить гармоничный светоносный мир. Вот и все, можем хотя бы вот так свести. У вас есть возможность сотворить светоносный, ладный мир, в котором вы и ваш род будет пребывать, размножаться и развиваться. Таким образом. Угу. Или еще надо уточнить? Да, уже, наверное, хватит. Давай переходим к музыкальной паузе. Сегодня, видите, череду и старые песни, и народные, и современные. Давайте послушаем еще одну красивую песню. Славянское радио. Возрождение Руси. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сейчас на календарике одном из современных календаре 28 января 2016 года, четверг, на одном из старинных, седьмой день месяца в Юге и Стуже, 7524 лета, неделя. Сочетание прави, яви, нави и слави – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный сведущий – Сури Яр. Продолжаем отвечать на вопросы наших радиослушателей. Разобрались с столь сложным вопросом от Вади. Давай теперь посмотрим, что написал Виталий. А Виталий написал следующее. Вопрос в эфир. Ведь, это уже было, стоп, секундочку, вопрос дальше. От Мизмай, что есть славь? Хороший вопрос. Потихоньку будем к нему двигаться. Значит, по терминологически, то, что употребляется людьми, ну как, в той или иной степени пребывающими традициями, славь называют просто чаще всего светлая навь. Светлая навь. По сути, это по той же терминологии, это место пребывания наших светлых предков, которые, собственно, могли достичь того уровня бытия по праве, что светость их, их светимость позволила им оказаться именно светлой нави, потому что есть
Навь, как сказать, к сожалению или к счастью, или ни то, ни другое не подходит, просто она очень велика и многогранна. Поэтому назвать одним или тем словом, я могу просто сказать о своем опыте, там, в меньшей или большей степени, потому что как бы я тоже и был и обучаем, и, в общем-то, не один и не один десяток лет те или иные делания совершал для того, чтобы какие-то вещи понять, узреть. Ну и, в общем-то, тот, как бы, то всемирие, как великая сфера, там, ну, в той или иной степени образ мне был показан, я так могу сказать. Ну, это просто... Каждый может воспринимать, как я уже говорил многократно, по мере своего восприятия то, что я говорю. Но я увидел и увидел как бы гармоничность, ладность этого образа. Как бы очень многие вещи через именно сам образ. Ну, потому что по старой методе обучения была всегда именно передача образа. А только потом к нему в той или иной степени давалось толкование. А по сути образ надо было постигать самим. Это один из ведовских способов обучения. Поэтому славь, да, это по сути это как бы та навь, которая исполнена светом, но она не отягощена вот этим элементом, как сказать, обязательного перехода как бы мерности, смены мерности, то бишь из ведомства Белобога она не переходит в область Чернобога, потому что там ну, как проявлен другой принцип. Там собирается сила и свет родов, и, собственно говоря, вышние предки как бы добро свое и благо, они оттуда созидают в нашу сторону. И чтобы попасть туда, ну, как сказать, очень немало надо потрудиться в этом быть и во многих других, которые будут после. Наверное, вот так я сказал бы. Хорошо. Так, еще один вопрос от Вади. По взаимодействию род небесный связан как-то с родом земным. Использую понятие явь, навь, правь и немного алгоритмики этого. Имею в виду сам контакт, необходимый пограничный момент. Вот небесный род имеет информацию и, соответственно, цель ее надо передать. У них своя физика, у нас своя. Где, как она преобразуется в пространстве, времени и тому подобное. Спасибо. Как там у Пушкина? Музыку измеряем гармонией? Да, ну, конечно. Давай. Да, да, измерим гармонией. Так, вопрос непростой, не по сути, наверное, объемный. Я попробую, как бы, по мере, наверное, сегодняшней беседы, ну, в том плане, какой объем можно передавать, и в том числе и по мере своего понимания. Потому что физика, как задавший вопрос, наверное, правильно попал, я говорю, не в бровь, а в глаз, что физика у нас различная, потому что мерности, почему, вот, как бы, что такое смерть, да, смена мерности, мерности у нас различные, потому что срок пребывания тела в мире явным с ограничением достаточно жестким есть, ну, как вот на сегодняшний день это там 70-90, при условии, если ты более-менее старался эту тушку сохранить. Если нет, то как бы мера совершенно может быть другой, намного короче. И просто, опять же, возвращаясь к тому вопросу, который был задан ранее, там, единое энергоинформационное пространство. С одной стороны, энергии, в данном случае мы все-таки используем термин силы. Силы одни и те же, но меры разные. Почему время
условно, с каждым небом течет все медленнее, по сути. И почему, и опять же возвращаясь, нам нужны обряды, чтобы вот мерность небес и земли, рода земного и небесного совместить. Почему? Нам немножко как бы уравновеситься, замедлиться с одной стороны, а им чуть-чуть ускориться, чтобы мы хоть в какой-то момент, в какой-то краткий срок могли с ним быть в событии достаточно полным, потому что вот этот терминологический условно разрыв между родом земным и небесным, он именно терминологический, потому что в цельности мы все равно пребываем в постоянном режиме, точно так же, как сущность наша, дух наш, это вечность, как бы осознанность наша, взаимодействие яви и нави, душа, часть ее смертная, часть, которая соприкасается с духом бессмертно, а тело как некий переходящий элемент, который имеет свою очень четко выраженную меру. И точно так же мы поэтому, как бы восходя в своих восприятиях, смена мерности у нас и время, временные рамки и физика в той или иной степени могут меняться. Ну, вплоть до того, что достаточно много известно случаев, и, по крайней мере, на сегодняшний день есть люди, которые живут лет по 150, известно, что люди жили и по 300, жили, в общем-то, и дольше лет. Это даже говоря о вот этих нижних пределах яви, в которых пребываем мы. А род земной и небесный, как вот священная формула, которую род земной и небесный в единстве пребывает, собирает свет единый, свивает, явь и навь созидает. Просто я говорю, мерность события немножко разная, но при стремлении мы через обряды, через обращение, через правильное дело, мы в той или иной степени сводим, поэтому это не является такой уж непреодолимой преградой. А правь одна на все, то бишь кон, который обозначает все высшие смыслы, он для всемирия, он однозначен. Вот так. Хорошо. Я хочу от себя тоже добавить, что никто еще энергии не отменял. Мы об этом говорим чуть ли не весь эфир, мы о диапазонах, об уровнях восприятия и присутствии энергии. Энергия есть все, и присутствует она во всем. А раз так, то если мы говорим... Сила да. Все-таки, Алексей. Я говорю тем, если уж... Если же нам Вадя говорит про такие моменты, то я отвечаю тем языком, на котором с нами общаются. Так вот, если мы говорим про энергии, что они есть везде, все, и все состоит из энергии, то в этом случае и всемирие тоже состоит из энергии. Проявлено оно в нашем мире или не проявлено, способны мы это воспринимать, не способны, проходят они через нас или сами мы состоим из них, но факт остается фактом. Все есть энергия. Энергия передает информацию, энергия – это сама информация и так далее и тому подобное. Поэтому из одного мира можно просто управлять чем-то в другом мире, если ты знаешь ключики, если ты умеешь за этим пультом сидеть и знаешь, какие кнопочки давить. Так вот, это примерно то же самое, как, например, сам металл, он не особо многим чем-то управляет, но живет он своей жизнью, живет. Намагниченный металл, он вокруг себя может кое-что упорядочить, то, что подчинено этим энергиям. То есть магнит, он вокруг себя поле некоторое создает энергетическое. И если в это поле попадают частицы, которые реагируют на магнитное поле, то в этом случае они упорядочиваются как раз тем образом, как магнит им велит. И если попадает другое какое-то вещество в эти частицы, то в этом случае оно может быть закреплено каким-то образом здесь, в нашем уже мире. Казалось бы, энергии управляют частицами, и частицы подчиняются энергиям и закрепляются. Примерно это то же самое, как какие-то жидкие или вязкие субстанции могут активироваться или застывать при воздействии на них света, или лазера, или каких-то других энергий, или тепла. Это давным-давно всем известно. Если покрывают на фабрике лаком какую-то там деталь мебели, то в этом случае, чтобы быстрее засох лак, а не чтобы там ждать сутки или неделю, его просто теплом обрабатывают, он быстрее застывает. Эпоксидная смола может при температуре остывать быстрее. И то же самое мы знаем, что дантисты, когда дупло какое-то заделывают, на первый взгляд
таким веществом, которое не твердое, но при обработке теплом или светом оно превращается в очень жесткий предмет. Поэтому энергии влияют на сами вещества, энергии создают вещества, энергии перерождаются и меняют свойства вещества, и они присутствуют везде. Поэтому разные миры через эти энергии могут соприкасаться, взаимодействовать, присутствовать, причем присутствовать одновременно в одной точке пространства и друг на друга не взаимодействовать. Вот это, если мы все понимаем, то тогда физика взаимодействия становится понятна нам всем. Если же мы просто отделяем непонятное, как будто его нет, то в этом случае объяснить что-то невозможно. Это как слепому пытаться объяснить про Луну. Давай дальше. Будем плясать от нашей печки. Ну да, тут видишь, хорошо, что слава богам, что мировосприятие и миропонимание на сегодняшний день, которого придерживаешься, позволяет оперировать и тем инструментом, который называется научным, и, собственно говоря, показывает, что Веда все-таки немножко шире, и она позволяет видеть и этот пласт, и множество других. Да, то есть вот эта дуальность, когда у вас уходит, и вы начинаете мыслить уже ведическими какими-то параметрами, то тогда мир становится намного интереснее, и краски становятся ярче, и звуки как-то так разнообразней. Так, давай дальше. Вопрос в эфир, Эдуард. Можно ли познать миры прави... можно ли познать миры прави, наиболее близкие к мирам яви, через наведение? Если можно, то как осознать, что это миры прави? Так. Прочитай, пожалуйста, еще раз, потому что чую я, есть какая-то там мысль. Давай, но, хорошо. Но понял. Пока еще не узрел до конца. Значит, человек интересует, как можно познать миры прави, более близкие к мирам яви, через сновидение. А, через сновидение, все, я вот это не услышал. Вот. Ну, по сновидению, насколько я помню, был эфир, который Всеслав Глоба вел. Был, да, что подтверждаю. Я, наверное, все-таки туда переадресую этот вопрос. А по сути, опять же, вот если с точки зрения нашей сегодняшней беседы, я о чем пытался донести мысль, что явь и навь, она присутствует всегда в вас, внутри вас, вне вас, в постоянном режиме, они сопряжены, то бишь явь проявлена в нави, и как бы часть яви постоянно переходит в навь, часть нави постоянно проявляется, это вот как бы вечное коловращение сил и времен, но осуществляется это на основе прави. И поэтому прави точно так же, как правило вот этого пересечения, сочетания, оно постоянно присутствует, никуда не исчезает, каждое мгновение. Точно так же, как свет, как дух, как сила Ра, как созидающее начало. Поэтому через сновидение можно двигаться, но просто надо там в той или иной степени я с данной практикой соприкасался, там тоже есть свои непростые вещи, и, скажем, очень большие области тьмы могут вам открыться, и как бы надо уметь не ввалиться туда, поэтому самостоятельно этим заниматься надо очень осторожно. Согласен, во всем нужна сноровка и осторожность. Поэтому будьте осторожны, когда куда-то залезаете. Главное, всегда надо понимать, куда вы лезете. Вы лезете к своим родным или все-таки залезаете во что-то чужое, особенно в чей-то чужой эгрегор. И вам там говорят, это свои. А потом начинаете плакать, что ж так жмет-то сильно. Так, Евгений Николаевич из Севастополя задает. У славяно-ариев 9 основных и 28 промежуточных чакр. Каким мирам прави, яви, нави и славе относятся основные чакры? Что такое точка камня и для чего она нужна? Извините, если что-то не так. Нет, наверное, с одной стороны все так, а с другой стороны, как есть люди очень сильно наполненные, пусть не подумает человек вопрошающий, что я там пытаюсь как-то ерничать или нет. Просто люди есть реально очень сильно наполненные, имеют они
какой-то уровень понимания или не имеют, но количество информации в них, оно бывает, зашкаливает. Ту систему, которую вопрошающий привел, наверное, то ли я, как сказать, слаб своим разумением, то ли она мне не попадалась, чтобы я мог вот там, ну, хотя бы какое-то более-менее сознательное мнение о ней высказать. Если у тебя есть, Алексей, я бы с удовольствием послушал. Ты знаешь, я вот хотел бы слушать, потому что здесь есть очень много чего перекликающегося с тем, что я знаю, но хотелось бы и услышать его точку зрения, дать сначала какие-то, может быть, комментарии к этому вопросу, что он имеет в виду вот здесь, вот здесь, вот здесь. Когда, ну, мы, да, будем, когда мы будем... 28 чакр просто по какой методе? Потому что кто-то говорит 7, кто-то говорит 9, кто-то говорит 12. 28, там цифру такую даже не буду врать, не помню, чтобы кто-то именно вот на такой цифре останавливался и как-то ее обозначал. Нет, я прекрасно понимаю, откуда эта информация взята, это очень уважаемый мной источник, но как бы мне хотелось бы, чтобы Евгений Николаевич все-таки... Ну, сейчас опять, если я сейчас начну говорить про этот источник, то ну, это мы уйдем. Да, не да, мы важно, сейчас войдем просто немножко в сторону. Вот, и не хотелось бы сейчас уводить. Этот источник, я ведаю, о чем он говорит. Вот есть некоторые моменты, которые мне хотелось бы сначала уточнить у Евгения Николаевича. Поэтому... Ну, что источник – это одно все-таки, Евгений Николаевич немножко другой. Я не говорю, что это хуже или лучше, просто у источника свое изложение, у Евгений Николаевич немножко другое, а условно у меня нет никакого, потому что я не погружен в тему. У тебя какая-то есть. Угу. Ну, понятно. Я думаю, что если его интересует именно 9 основных и 28, то есть источник такой Асгардского училища, там это все очень подробно расписывается. О 7 или 9 чакрах? О 9 и 20. Ну, это отдельная как бы, тема передачи, достаточно большой объем, поэтому... Вот, а, да, я просто почему так отвечаю. А пересказывать все Асгардское училище, как-то, ну, не, это времени у нас не хватит. А поэтому проще, наверное, достать материалы и посмотреть. Там вот и про 9 основных, про 28 промежуточных очень подробно все описывается. Вроде как мне помнится, во-первых, по чакрам или омутам жизни у нас в той или иной степени как-то мы касались, может быть, не так глубоко, но, по-моему... Если не изменяет память, да даже если изменяет, у нас нечто подобное все равно запланировано, там где и стихии, там и чакры, там и варны, мы все равно будем в той или иной степени к этому возвращаться. Да, и про чакры здесь надо отметить, что уже неоднократно в эфирах звучало, что слово чакра – это не какая-то там индусятина, как некоторые говорят, это все-таки наше древнее, потому что Ра уже здесь и говорил, что это божественный свет, божественная мудрость, это не то солнышко, которое светит, это более мощное, это энергия света, да, знаний и так далее. Противоречие там говорит, да вот Ра, там это египтяне, там, и, там это, я говорю, это не Ра. Вот, просто примите как простое, даже как термин, и пусть будет вам. Вот, а очаг – это то, что точка вращения, где несколько энергий одновременно присутствует, поэтому вот сами некие такой, можно как круг представить, шар, точка, многовращающаяся во все стороны, древняя, одна из древних рун ее четко обозначает, поэтому чакра, вы должны понимать, что это такое. А уж что там кто-то на Востоке взял, как-то изменил и добавил, это уже, как говорится, их воззрение, ну, хорошо, что оно у них есть. Ну, давайте дальше. Вадя, все молодцы, всем огромное спасибо. Лучшее, что я слышал, но в записи, а сегодня решил вживую. А что-то совсем не по теме уже час. Ведущие по другим записям вообще все по полкам. А тут ведущие молодца, один голос, как программа, не позвонив. Спасибо. Ну, пожалуйста, давай дальше. Мокша, вопрос в эфир. Судя по сюжету творения, душа – это часть Творца. Значит, принадлежит миру богов, то есть праве. Отчего же тогда получается, что зависает между Навью и Правью? Ну, мы уже не, как бы, вот когда в предыдущей беседе, когда как раз Явь, Навь, Фуни, тело, душа и дух мы разбирали, мы все-таки разобрали достаточно, я думаю,
слово «логично», наверное, здесь не очень правильно будет звучать, но достаточно цельно, вот, что есть тело, что есть душа и что есть дух как сущность, как суть, как совь нашего пребывания. Поэтому душа в данном случае – это мостик между явью, навью и правью, который позволяет вот, осуществлять. Дух наш, который одновременно и выделен, и одновременно пребывает он в двух ипостасях с целым духом, то бишь, является и частицей, и родом одновременно. Вот что наиболее сложно для нашего осознания, потому что если мы глубоко в это погрузимся, мы поймем, что мы одновременно являемся и как это, и волной, и частицей, да, и источником, и частицей, исходящей из источника. Поэтому тут не вопрос, что душа зависает сознание, зависает, потому что сознание, оно вот как раз это те тела, те резонансные частоты, которые нарабатывает душа, пребывая здесь. И по уровню широты и силы этих частот есть возможность подняться до того уровня нави. Потому что как, когда мы покидаем мир явный через смену меры, мы в той или иной степени, ну, имеется в той или иной степени, на тот или иной нави восходим. Почему? Потому что источник в данном случае относится и не к нави, и к непроявленному, то есть он сам по себе. А мы, как вот пока всемирие наше существует, потому что у него есть своя мера бытия, мы пребываем как выделенные частицы одновременно. И пребываем одновременно в двух ипостасях. И тут нет как бы вот этой темы, как в христианской там наказание, там грех, и по уровню своей частотности, по уровню своей чистоты, по уровню своей светимости, ты по смене меры бытия своего по смерти, ты поднимаешься, либо зависаешь в каких-то в серых зонах, да, потому что есть достаточно мощные эгрегоры, которые не позволяют вам ни взойти, ни опуститься. Они вас просто поглощают. Почему? Потому что вы настроены на них. И одна из основных конфессий, она как в самом деле является в той или иной степени подобным эгрегорам. Ну и как бы есть даже старые эгрегоры, насколько было видимо и ведомо мне, которые подобным сюжетом точно так же не брезгуют, затягивая сущности к себе, так сказать, подменяя им ход. И почему вот этот момент для нас очень важный, как обрядовая практика, через которую мы выстраиваем как бы единый ход между землей и небесами, потому что по смене меры мы по этому ходу, который мы выстроили, мы поднимаемся в достаточно высокие небеса. Если этим не заниматься, то много нави, много душ зависают вообще в пределах земли, могут там бродить достаточно долго, и там непростые обряды, достаточно тяжелые, чтобы их позволить им сделать для них дорогу и протолкнуть их выше. Ну, это то, что касается обрядовой практики и нашего восприятия. Алексей? Хорошо, у нас музыкальная пауза на носу. Уже у меня мышка занесена на кнопкой play, но перед этим вопрос, который мы не будем разбирать, от Сергея Серепейских гор, не по теме, по поводу астероидов, которые находятся между Землей Аррея и Землей Перуна. Из Деи он или из Летиции, потому что есть противоречие. Патер Ди в уроках говорит одно, где-то в славянских ведах написано несколько по-другому. Очень противоречивая информация на просторах интернета в данном случае. Так вот, если есть вопрос к Патеру Ди, то я думаю, что надо эти вопросы к нему и адресовать, а не задавать вопросы нам. Мы же не Патер Ди. Вот, я думаю, что наступит время, и Калаврат будет у нас в эфире,
И тогда вот этот вопрос Сергей Серепейских гор может задать, как, в общем-то, и много других интересных вопросов. И я думаю, ответы будут получены. А нас терзать этими вопросами смысла нет, потому что, ну, я не преподавал, и думаю, что ты тоже не преподавал в Асгарском училище. Вот. Так что и как бы не издавали мы славяно-резкие виды, и не редактировали, и не писали. Так что тоже к нам вопросы, ну, не совсем по теме, и не по теме самого эфира, и не по теме вообще. А вот узнать ответ на вопрос, я думаю, можно, когда Александр у нас будет в эфире. Итак, переходим к музыкальной паузе. Носитель будет? Конечно, лучше все напрямую задавать. Зачем же там в передастов играть? Мы же не передасты. Итак, включая музыкальную паузу, и через 3 минуты продолжаем разбирать вопросы. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня у нас на одном из современных календариков 28 января 2016 года четверг, по-другому, более старому, 7-й день месяца вьюг и стужа 7524 лета неделя. Мы говорим о сочетании праве Яви, Нави и Слави. Главный соведущий Сурияр. А говорим мы не абы как, а говорим мы по вопросам, которые поступают в нашу студию из чата Народного славянского радио. Напомню, что чат работает, из него вы можете вопросы задавать, можете в нем просто общаться, что многие, кстати, разумные люди и делают. Общаются, находят себе единомышленников, друзей, разбирают интересные вопросы, не только, кстати, во время эфира. Также напомню, что у нас есть первая славянская социальная сеть, защищенная от многих неприятностей обычных сетей, которые существуют. Она не принадлежит какой-либо структуре, а находится на защищенном сервере, и туда никто лапу свою лохматую не засовывает. Также есть форум, где много чего интересного присутствует. Так что подключайтесь. Участвуйте в построении радио, радио народное, то есть принимаем любые варианты действий, помощи, создания и так далее и тому подобное. Становитесь, в конце концов, творцами. Вопрос в эфир. Сергея Репейские горы. Есть мнение, что главный в пантеоне богов именовался Господь. Так ли это? Если да, то можно поподробнее. Ну, я не знаю, чье это мнение, честно сказать. Но, как говорили раньше, есть мнение. Всем было понятно, чье это мнение. А ты вот не знаешь. Не придуривайся, да? Отвечай на вопрос. Я примерно знаю, откуда это мнение исходит. Потому что пытались и так или иначе как бы подтянуть это слово к нашему мировосприятию, там, в той или иной степени воткнуть в наш обычай. Но как, если там просто этимологию, я не говорю там разбирать посредством того или иного толкования, а чисто этимология, Господь и Господин — это вот слова накоренные. И в данном случае есть теза, антитеза, да? Господь — теза, антитеза — значит тот, над кем он господствует. А господствует в данном случае наиболее приемлемое, наверное, слово «раб». А сам наш обычай, наше родовое правило, наше понимание, наша традиция нам говорит четко совершенно, что мы внесем в себе свет, искру божественную. Мы являемся и как сказать, исходящими и созидающими одновременно в едином ключе. Просто каждый по мере осознания своего понимает меру свою, меру события своего, и как бы не пытается величаться там над, во-первых, над Радовичами, а во-вторых, не пытается мериться с теми, кто пребывает во всемире вечности, силами там и пониманием. Просто каждый из нас возрастает, и всемире, в общем-то, через наше возрастание точно так же меняется и обретает больше ват и красоту.
в этом и заключается наша задача и задача всемирия, по большому счету, то, к чему мы стремимся, это высшие правила Кона, которые там в той или иной степени мы можем понять, ну и как бы в какой-то степени ощутить. И поэтому для нас не является ни необходимостью, ни смыслом существования вот в этой как бы дуальности раб и господин. Ну или там как садо-мазо. Это не наша песня. Наша песня «Созидать в радости». Вот и все. И поэтому у нас есть старшие родовичи наши, предки светлые, боги родные, которые все мире созидают, явь и навь для нас светом наполняют. Вот таково. Хорошо ответил. Здесь представляется, если на современный какой-то мир так это транслировать вопрос, вот можно представить себе семью, где есть бабушки, дедушки, папа с мамой, есть братья, сестры, старшие, младшие. Кто-то из них является господином для кого-то в этой семье? Ну, наверное, старшим, более мудрым, главой семьи, да, является, а господином. Ведь господин на самом деле тот, кто господствует над другими не с точки зрения старшинства, а с точки зрения того, что ему подчиняются, учитывая старшинство, а учитывая другие факторы. Кто-то может быть назначен господином, кто-то может стать господином, захватив власть. Даже слово «власть» здесь неупотребимо. Залезть на верхушку к роли управления. Взяв большой кнут, палку, пистолет, там, автомат и так далее. То есть в данном случае как-то не вяжется. А господин может быть в том случае, если вырывается из семьи человек и помещается в какие-то искусственные условия существования. Вот тогда, да, тогда может быть господин с точки зрения устрашения, команды, воздействия физически и прочего-прочего не для того, чтобы сделать хорошо этому человеку, а для того, чтобы сделать хорошо себе или выполнить задание чьё-либо для того, чтобы подчинить себе кого-то. Вот в этом случае господин – слово приемлемо здесь. Теперь задайте вопрос. Вы живете или хотите жить в родовом обществе, где все-таки кровные вам люди или на современный язык переводим генетически близкие вам люди, которые вам близки все, и вы относитесь к ним так же, как к себе, с точки зрения разумности, любви, понимания. Или все-таки вы хотите существовать в обществе, где кто-то управляет вами для достижения своей личной сугубой какой-то выгоды и при этом не считается с вами? То есть как с овцами, баранами там, и другими существами подчиненными. Что хочу, то и делаю. Хочу в хлев загоню, хочу пинком на улицу выгоню, хочу зарежу, хочу постригу, хочу покормлю, хочу не покормлю. Вот когда вы это понимаете, когда вы определяетесь с этим, в чем вы хотите жить, в чем вы хотите существовать, то тогда вопросы, был ли господин у нас или не был бы господин у нас, наверное, они сами по себе становятся никчемными. И обсуждать это вообще смысла нет. Если вот отталкиваться от того, о чем я сказал, тогда все становится на места. Если же слово «господин» рассматривать в более современном понимании, то тогда, конечно, к нему можно привязать что угодно. Но мы-то говорим про древности. Так, давай дальше. Артем, вопрос в эфир. Здравия. Подскажите, как правильно желать благость и счастье близким? В душе искренне желаю просветления, счастья и духовного развития своим близким людям. Представляю светлые их образы. На деле получается, что практически всем, кому я пожелал просветления, буквально на следующий день заболели гриппом. Да ты шаман. Так, можно ли в другом случае считать верным утверждение от Трехлебова, что вирусы – это друзья человека, и переболев определенной болезнью, наш иммунитет, как и наше сознание, закаляется, ускоряется духовное развитие сущности, либо же мое желание просветления близким мне людям и светлые образы их пошли моим родным во вред. В этом случае можно ли считать вредным утверждение, что всему свое время и за ними, так же, как и за мной, наблюдают наши общие предки, которые и ведут их своим путем духовного развития? Заранее благодарю. Хорошо. Ты скажешь что-нибудь? Ты знаешь, здесь можно рассматривать с разных сторон, и я согласен с Алексеем Васильевичем во многих вещах, и в частности в том, что вирусы здесь
и различные болезни не просто так на Земле. Они позволяют нам что-либо понимать, что-либо сознавать, и что самое главное, они вносят в нас то, что необходимо на каком-то этапе, и необходимо для развития, для остановки, а может быть и для уничтожения чего-либо. Поэтому здесь я с Алексеем Васильевичем согласен. А вот с точки зрения того, пожелал, если что-то хорошее, он заболел, ну давайте в эпидемии, может быть, не будем желать тогда. Дождемся, когда эпидемия пройдет, вот эти всякие свинячьи гриппы, птичьи гриппы, они стороной пройдут, когда их перестанут буржуи к нам забрасывать для того, чтобы побольше в аптеке бегали и побольше по телевизору об этом говорили, чтобы истерию создавать, и чтобы все думали, а сейчас мы заболеем, тогда вот и все будет нормально. Просто давайте переждите и проведите эксперимент, когда эпидемии гриппа нет, и посмотрим, будет ли такой же эффект или не будет. Хотя нет, вдруг там ноги начнут ломать. Не, лучше в грипп давайте, в грипп, пускай гриппом переболеют. Ну, теперь ты, пожалуйста. Да, ну, Алексей, тут я не совсем, наверное, с тобой в унисон скажу, потому что как бы желать своим ближним, чтобы они быстрее стали условно светоносными, чистыми и бодрыми, и здоровыми и веселыми, это неплохо, с одной стороны, а с другой стороны, есть такое понятие причинять добро. Вот. И условно, не условно, а безусловно, да, каждый из нас идет конкретно своей индивидуальной духовной стезей, стезей правил. Каждый собирает свое. Пытаться как свой свет излить на тех людей, которые, может быть, не хотят, и сон их достаточно глубок, чтобы попытаться воспринять этот свет, то, может быть, и не стоит торопиться. Да, молы, как благодарение, молы за здравие своих родовичей, конечно, надо произносить, но не нужно впадать в иллюзию, что вы, как сказать, явитесь безусловным проводником, потому что даже людям, достаточно далеко прошедшим по пути света и собравшим большое количество света, это тоже не рекомендовано, потому что они как являются, с одной стороны, мостиком между миром земным, нашим миром, и достаточно высоким уровнем небес. Вот. Но они, как бы, почему часто их деяния выглядят как недеяния, и даже во многих традициях часто используется термин недеяние, потому что есть определенный ход вещей. И это не значит, что как бы он не подлежит изменению. Просто надо понимать, что наше понимание часто и в большинстве случаев недостаточно. Почему там вот и параллельный в одной из конфессий там есть термин там «благими намерениями выложена дорога там в нижние пределы», я так скажу. И тут в этом плане надо быть не то чтобы осторожным, осторожным безусловно, но, как сказать, есть небеса и есть земля. А когда вы берете на себя, как сказать, излишне берете на себя функцию небес, вот оказывается, что и вы можете получить проблемы, потому что являетесь искажающей единицей, и, в общем-то, людям не будет пользы от вашего дела, а силу свою, свою светимость вы можете растратить напрасно. Но я говорю, это не говорит, что надо отказаться от, как сказать, от созидания добра, но от причинения добра это не есть то, что надо. Вот таким образом. Не, ну ты, конечно, сказанул интересно, что мне представляется из того, что я сказал, человек не желает, например, развития, он берет дубину и говорит, я тебе сейчас так пожелаю этого развития, что если, гад, ты сейчас не разовьешься и не просветлишься, у тебя искры из глаз пойдут. Вот это и есть причинение добра. Да, так вот, я услышал вопрос несколько другое. Человек не настаивает на том, чтобы
кто-то там развивался. Он просто желает. Я желаю тебе развития, я желаю тебе света, я желаю тебе добра, я желаю тебе любви, я желаю тебе здоровья. Что же в этом плохого? Одно дело, что человек просто пожелал, а другое дело настаивает. Ты что, гад, еще не собираешься тут быть просветленным? Я сейчас тебе... Вот, поэтому есть, я говорю, тут очень зыбкая грань, понимаешь. Либо ты безупречен, да, там, в своем, либо ты уже как бы перешел, что ты взял на себя право быть неким судьей вышним для там ближних или дальних своих. И уже говоришь, вот ты не по правде живешь, вот ты не туда идешь. И, соответственно, начинаешь уже махать. Поэтому я ни в коем случае не говорю, что вот, человек, задавший вопрос, безусловно, впал в какую-то ошибку. Я просто говорю, что возможность ошибки потенциально есть. Только об этом. Я тебя понял. В общем, давайте так. Есть намерение, переходящее в действие, заставляющее человека что-либо делать. Это называется насилием. Есть информирование человека. Это отчасти тоже насилие, но только оно может быть противопоставлено насилию с другой стороны. Например, вот у нас часто возникают вопросы, имеем ли мы право как-то более активно человека информировать или создавать условия для его развития. Я говорю, в каком случае? Вот ты мне поясни, в каком случае? Если пояснишь, я тебе отвечу. То есть, вот если, например, на радио звучит какой-то призыв, если звучит какая-то тема, которая позволяет человеку как-то взглянуть по-другому на мир, отказаться, может быть, от каких-то вредных действий к себе или другим людям. Вот в этом случае необходимо понимать, если одно средство массовой информации противопоставляется другому средству массовой информации, вернее так, не само средство, а действие одного средства массовой информации противопоставляются действиям другого средства массовой информации, ну, к примеру, одно уничтожает душу, а другое позволяет человеку разъяснить себе самому, понять, в чем это уничтожение состоит, и удержаться от этого. Вот тогда такое противодействие, на мой взгляд, возможно. Ведь на чашу весов, с одной стороны, положено вот это, равновесие потерялось, надо уравновесить, сюда что-то положить с нашей стороны. В этом случае вот здесь возможно. Если же ты пытаешься всех дубиной в рай загонять, то в этом случае, конечно, ничего хорошего из этого не получится. То есть степень насилия, степень воздействия, они тоже должны определяться соразмерно с тем, что происходит вокруг, а не просто так, хорошо ли это или плохо. Вот в этом состоит мудрость, вот в этом состоит ведание, понимание этого мира. А не просто так, давайте мы откажемся от всего и будем полными, как это называется, пацифистами, которых режь не хочу, я все равно там, тебе в ответ не дам. С другой стороны, нельзя брать гранату и бегать за всеми и кричать, что если вы не в нашей стране, я всех взорву. Все должно быть логично, понятно, просто и соизмеримо. Вот и все. Поэтому ответить четко на вопрос, не понимая ситуации, не видя, не зная, как человек общался со своими родственниками, что они потом все заболели гриппом и почему заболели, я тоже не берусь говорить. Но все соизмерно должно быть. Все должно быть в свое время тогда. Я потому с одной стороны, предлагаю, когда ты собираешься только кому-то причинить добро, по твоему мнению, долго подумай, нужно ли твое добро в виде причинения тому, кому ты хочешь его причинить. Да, не обернется ли оно злом. Давай дальше. Вопрос студии Юлия Щелкова. Что происходит с душой после насильственной смерти? Например, случайной смерти. Что происходит с душой ребенка после аборта? Слышала, что они не могут воплотиться, пока не дождутся мамы. Насколько это справедливо? Ну, в данном случае я бы не стал тут жестко там говорить так или иначе. Почему? Потому что как критерием истины, да, в той или иной степени, в достаточно большой степени является практика. Вот. Как бы то, что весь вопрос задан, он все-таки в области как бы домыслов большей частью находится, что вот так или иначе. Насчет того, что как после насильственной смерти или неожиданной смерти как бы души Нави зависают здесь, это да, очень много. Вот. Потому что чтобы человек хорошо и быстро достаточно поднялся на более высокие небеса, взошел, значит, он
течение длительного времени в своей жизни должен заниматься правильным деланием. То есть он должен быть готов к этой, потому что во многих традициях вот эта смена мерности, она вот принимается, что по сути все наше бытие здесь, оно в очень большой степени обусловлено тем, насколько мы и как мы успеем подготовиться к этой смене мерности, потому что вот этот момент перехода, он очень важен. Очень важен. А когда человек имеет огромное количество привязок к миру явному, к удовольствиям, к наслаждениям, привязок там, к своим близким, еще там. Я не скажу, что это плохо, но просто смысл такой, что если ты слишком привязан, то когда смена меры тебя застанет, а ты не будешь готов, ты можешь получить, ну, достаточно длительную остановку в своем движении. Вот. И соответственно, как вот часть нави зависает, потом ходят рядом со своим домом, еще что-то там в доме в самом чудят. Почему, собственно говоря, предки и предпочитали крадирование, чтобы не было привязок у нави застревать здесь. Потому что привязаны к телу, к своему привязаны, к тому, что через тело можно получать. Вот примерно в таком ключе. Это что касаемо неожиданной смерти, потому что то это тоже неоднозначно, что просто сейчас в большинстве своем люди не готовы ни к срочной смерти, ни к долгосрочной. Они как бы стараются ее не включать в пределы своего сознания. И, соответственно, когда смена мерности подходит, они зависают. Вот, старайтесь избегать этого, ну и как понимать, что это. Во-первых, надо избавляться постепенно от страха этого, а с другой стороны, как бы четко понимать свое стремление в более высокие сферы события. Угу. И надо еще, наверное, понимать, что случайности в этой жизни не бывает. Конечно. Луч, если вы представляете, что такое луч. Да, слово «луч» – что это такое? Да, вот «случать» – это значит в один луч попасть, случайностей. И это первое. Второе, что просто так ничего не бывает. Это необходимо для каких-то определенных задач для вас самих. И поэтому смерть тем более не бывает случайной. А вот насильственно она или ненасильственно – это опять же, исходя из того, что необходимо вам здесь понять, что необходимо приобрести, какой, может быть, с собой там, багаж знаний унести, ощущений и так далее. И просто так, как говорили в древности, и волос с головы не упадет без желания на то или воли богов. Естественно, если вы сам уже бог, аз на земле, то в этом случае вы этими случайностями управляете, сотворяете их. Если же вы просто как подопытный какой-то персонаж, человекообразный, то в этом случае тогда случайности с вами происходят по воле других. Вот это необходимо понимать. То есть разберитесь, кто вы, что вы делаете. Вы находитесь в конве созидания, то есть в божественном начале, или вы находитесь в конве разрушения, или вы находитесь вообще непонятно в чем, и как инструмент, как какой-то винтик, как какая-то гаечка в этом мире. Кто вы для начала, поймите. И потом многие вопросы опадут сами собой. Вот, дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Сурьер, здравия, как ты понимаешь выражение «попал на тот свет»? На какой свет попал и кто светит? Твое понимание слов «ум», «разум», «суеверие»? Благодарю. Это уже не вопрос. Благодарю, это уже тебе. Хорошо. Этот свет и тот свет, да? Но то, что мы разбирали в самом начале, что явь – это свет, который доступен нам через наши органы чувств, вот, а огромное количество спектров созидающего света, Ра, как в полноте своей мы определяем, нам недоступны. Поэтому как бы всемирие созидается от темной нави до самой светлой нави, созидается свет, безусловно. Поэтому изменив смену мерности, отключив вот те чувства, потому что как они связаны с телом, смена мерности, они отключаются, мы обретаем другое видение. Вот, и все. И по мере того, насколько мы были осознаны, цельны и собраны, тем большая возможность восприятия того света и
возможности в том свете взаимодействовать у нас есть, потому что достаточно большое количество нави застревают в серой зоне, так и не добравшись до света, и находятся, собственно говоря, в значительно более глубоком сне, нежели мы здесь, до того момента, пока следующий срок события в мире явного для них не придет, они не воплотятся внутрь. Вот. Там еще просто какие вопросы были, суеверия, Алексей? Так, если тебе перечислить вопросы все, ну давай перечислим. Нет, вот в этом же вопросе. А слова какие ты имеешь в виду? Да. Ум, разум, суеверие. Я пока уклонюсь, почему? Потому что очень большие объемы, там по возможности где-то, может, в последующих беседах мы будем разбирать ум и разум и суеверие, я думаю. Ну, все равно в той или иной степени будем касаться. Просто сейчас очень много придется разбирать, потому что одни говорят, разум вот это, а ум то, следующие говорят, прямо противоположно. А суеверие, ну, как сказать, наверное, может, суеверие только можно коснуться, попытаясь ответить. Суеверие – это просто неосознанное, непонимающее следование тому или иному, скажем, местному местечковому уряду, обряду. Вот примерно так. Ну вот в той местности, в той семье или еще что-то принято вот некое там три раза, ну вот стукни или плюнь через плечо или еще что-то. С одной стороны, это рабочие техники, но они работают не на 100%, и обоснование их утрачено в большинстве случаев. Поэтому мы их можем отнести тоже к суеверию, а они не являются ни обрядовой практикой, ни магической практикой, просто дают возможность сонастроиться и перескочить в какое-то следующее событие. Давай сейчас перед музыкальной паузой я от себя тоже выскажу. Значит, по поводу суеверия. Есть такое понятие суета. Вот есть вера, а есть суеверие, то есть вера в суете. То есть не вера в том смысле, что ведание мудрости, ведание этого мира, ведание всего, что происходит в раз. А вот именно закрутился человек в суете, бегает, прыгает, и не понимая, что он делает, он во что-то начинает в кавычках верить, а не верить в том смысле, как я говорил. И поэтому появляется суеверие. О чем говорит, плюнь там... Сюда два раза крутанись, на этой ноге столько-то раз, там, завяжи узелочек, там, воткни булавочку и так далее и тому подобное. Вот это является суеверие. Некоторые из них вырастают из древних знаний, но одно дело, когда человек что-то исполнял, когда он знал об этом, что он исполняет, это одно, он действовал осознанно. А другое дело, когда человек просто повторяет. Это как велосипедист-медведь, который повторяет тому, что научили, потому что ему давали за это кусочек сахара. И он крутит педали, не понимая, зачем он это делает. Просто он крутит педали, потому что давали кусочек сахара. А велосипедист, он прекрасно знает, что велосипедист – это такое средство передвижения, на котором можно куда-то доехать, насладиться природой, развить свои там мускулы и быть здоровым, к примеру. Вот отличие. Или суеверие, когда человек смотрит на ученого, который подходит к какому-то прибору, прежде чем взяться за что-либо в этом приборе, нажать кнопку, он сначала за правым ухом чешет, к примеру. Ну, ухо у него зачесалось, да, потом кнопки нажимает. На следующий день он умирает, этот ученый. А его ученик, который ничего толком еще не разобрался, не понимает, значит, что этот прибор включается так. Надо почесать правое ухо и нажать на кнопку. Он перед тем, как нажимать на прибор кнопочку, он каждый раз чешет за правым ухом. Меня спрашивают, зачем? Говорит, мой учитель так делал. Вот это является суеверием. То есть, не понимая, неосознанно, что происходит. А учителю не нужно было за правым ухом чесать, можно было кнопку напрямую нажать. Он просто, ну, зачесался в тот момент, и все, ученик это запомнил. Вот поэтому, если вы переходите в разряд суеверий, то в этом случае, ну, печально становится. Если вы находитесь на уровне знаний, ведания, тогда я рад за вас. По поводу ума и разума все очень просто, на мой взгляд. Ум – это компьютер,
выполняющий те действия, которые когда-то были в него вложены. А разум – это то, что разумеет, понимает. Поэтому разум связан с высшим «я», с богами, через них поступает информация, понимание этого мира, и потом передача уже в компьютер, в ум, который применяет, раскладывает по полочкам информацию и учит свое тело уже на уровне подсознания для того, чтобы что-то делать в этом мире. Вот и все. Есть разум, который понимает, осознает, а есть ум, который выполняет, умеет. Поэтому есть умение, то есть ум, а есть разумение. И то, и другое человеке необходимо. Одно дело, когда разумение, разум уходит на второй план, или вообще из человека, из жизни человека уходит, вот это печально. Вот. Тогда человек просто превращается в машину, в того же самого медведя на велосипеде. Давайте послушаем музыкальную паузу и продолжим дальше отвечать на вопросы. Я думаю, что вопросы мы уже заканчиваем принимать, так что еще пару-тройку примем и все. Славянское радио. Проснись и слушай. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 28 января 2016 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, седьмой день месяца в юге и стуж, 7524 лета, неделя. Сочетание прави, яви, нави и слави – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий – Сури Яр. И переходим к заключительной части нашего эфира. Подбираем те вопросы, которые еще не озвучивались. Предупреждаю, что еще пару вопросов я приму из чата, и на этом уже вопросы принимать не будем, иначе не уложимся. Так, дальше. Радомир. Проявляется ли благодарность ученика учителю в том, что он старается не утруждать учителя излишними вопросами с точки зрения учителя? Или это и есть проявление фанатизма? Или проявление фанатизма и есть своеобразная благодарность? Просто сколько, наверное, учителей, потому что учителя бывают и там высочайшие, и условно человек, который учит тебя там столярному ремеслу, точно так же может оказаться для тебя учителем жизни. Поэтому сколько учителей, столько, с одной стороны, мнений, столько и методик. Поэтому вот одна методика говорит, вот пришел ты к нам учиться, мы смотрим на тебя, кто ты такой, там, без даже рекомендации могут не пустить. И что мне делать? А просто вот 3 года делай то, что тебе говорят, и не задавай ни одного вопроса. Через 3 года посмотрим, можно ли тебе что-то сказать. Это одна из методик. Где-то человек там условно шаг за шагом сначала говорит, слушай меня, потом делай как я, а потом делай сам. Это тоже одна из методик, поэтому тут вопрос, что касается духовного получения, что на Востоке, что у нас оно подразумевает эффективность обучения, исходит от того, насколько ученик готов принимать наставление учителя и насколько он предан своему учителю. Вот в индийской ведической традиции, условно, если ты обрел учителя, то самое счастливое в твоей жизни уже с тобой произошло, поэтому только постарайся по возможности тому учителю или гуру, как у них называется, посвятить свою жизнь, свое делание для того, чтобы то учение, которое передает тебе учитель, оно до тебя дошло. В каких-то школах есть, наоборот, что там схема обучения, что у ученика в той или иной степени находится в противостоянии с учителем. Но, на мой взгляд, это не особо эффективно, потому что как показывает практика, что хорошо обучается получающийся тогда, когда он уже в достаточно большой степени взял свое эго под контроль. Потому что либо тут, да, есть противоположная версия, что раскачивается эго до той степени, пока либо оно не убьет этого самого получающегося, либо не разорвет его ситуацию
в такой степени, что он провалился и увидел всю глупость своего бытия. Но это лишь просто как одна из множества практик, которые часто используют ведущие учителя для того, чтобы... Потому что если учитель имеет достаточный уровень понимания и имеет достаточный уровень силы, он, как правило, обучает ученика через жизненные события, которые с ним происходят, и которые позволяют ему прийти к тому или иному состоянию. Ну, примерно так. Поэтому вопрос не фанатизма. Почему? Потому что на первой ступени, да, ты, как сказать, той, наверное, методики, которой придерживаюсь я, и в той или иной степени я, может быть, в ней стою. Ну, в том плане, что ты должен быть безупречно предан учителю. Вот. Это можно назвать фанатизмом, но смысл такой, что с одной стороны ты пытаешься осмыслить нечто и попадаешь вот этот круговорот пустых мыслей, ну, в которых пребывают люди, занимающиеся тем, что называется наукой в большинстве своем. Потому что они крутят пустые слова, крутят пустые мысли для того, чтобы создать некую видимость деятельности. А эффекта никакого не возникает. Поэтому говорят, молчи и слушай. И, как сказать, только через это у тебя сможет что-то открыться. Но я говорю, это только один из методов. И те, и другие методы там, на разных уровнях доказывают свою эффективность. Просто я знаю несколько из них. И как бы выбираю те, которые мною воспринимаются как наиболее действенные для обучения людей. Вот. И тут нет как бы необходимости в каком-то неосознанном фанатизме, потому что преданность учителю – это осознанный выбор как бы служения сначала учителю, а через понимание служению знанию, а через следующее понимание служения людям. Хорошо, когда ты сказал первую фразу о том, что в традиции индуистской, если обрел своего учителя, то самое светлое, самое прекрасное в твоей жизни уже случилось. Представляй себе, такой чудик приходит к мужику. Мужик, будешь моим учителем? Буду. Отлично. Так, значит, накрывается поляна, все такое, праздник там, все, мир ходит ходуном, все отлично. Попраздновали, выспались. Учитель смотрит, на утро чудик собирается. Ну, прощай, что так быстро-то? Так самое светлое уже случилось, что дальше-то ожидать. Хорошо, давай дальше. Мокша задает вопрос. Если представить образ, конструкцию, как выглядит правь, явь, навь, славь? Пирамида, яйцо, дерево. Какой образ вернее? Вот, хороший вопрос. Я, в принципе, и хотел, чтобы нам, как повторение мать учения, чтобы мы сейчас прошли коротко, с одной стороны, то, о чем мы говорили в начале нашей беседы, и немножко бы углубились в понимание... Даже, ну, не в понимании, а, скажем, в ощущении того, что мы могли бы называть нави. Да? Почему? Потому что, по сути, то, с чем мы взаимодействуем в большей степени там, на уровне веры, на уровне души, это все-таки находится в области нави. То есть оно не ощущается ни глазами, ни руками, ни... какими иными частями тела, оно воспринимается только на уровне четкого, тонкого восприятия и протяженно во времени. Я сейчас как бы пройду на коротке еще раз, значит, то, о чем мы примерно говорили. Значит, явь – это реальность, которая дана нам в ощущениях. То есть через чувства мы воспринимаем окружающий мир, для нас он является явью. Именно для нас, как рода земного, для рода человеков, живущих на Мидгард, Земле, на планете Земля, и воспринимающие этот мир. Но, опять же, возвращаясь к началу, граница яви и нави в данном случае для нас не определяется именно нашим восприятием, потому что мы имеем возможность эту границу расширить, и то, что для нас раньше было безусловной навью, станет точно так же безусловной явью. И это тот момент, который нам доступен, и в своем понимании мы к этому
должны стремиться. Поэтому явь, да, это мир, который окружает нас, где в это время пребывает Навь точно так же, пребывает вокруг нас в постоянном режиме. То есть она нас окружает. И вот этот элемент, я даже вам простую вещь скажу, как пыль, которая окружает вас, это уже, как сказать, когда мир явный переходит в следующее свое состояние, в следующее притворение. Вот мир постоянно рассыпается и возникает пыль. Это не то, что ее откуда-то придуло, потому что вы можете закрыть комнату, где не будет ни ветерка, ничего, но пыль там все равно через какое-то время возникнет. Это что касается яви и нави. Навь в том ключе, который нам доступен, она даже в этом ключе очень многогранна. Почему? Вот есть такое понятие вар. Вот, собственно говоря, сварог, сварганить, варить. Это все однокоренные слова. Вот. Вар – это с одной, с той или иной степени мы можем соотнести с понятием греческим хаос. Вот, у них есть хаос и космос. Космос – порядок, а хаос – беспорядок. Вот. Вар – это всевеликая тьма, всевеликая навь, которая имеет в себе потенциал проявления. Это одна из составляющих то, что мы терминологически относим как навь. Мир духов, который мы не воспринимаем, мир растений, мир русалок, леших, да, там, духов воды, лесов, полей, рек, это тоже навь для нас. Мир ушедших наших родовичей, которые сменили меру бытия своего изъяви, ушли в навь серую или светлую, а кто-то, может быть, и завалился в темную, тоже у нас оказываются за пределами нави. И это все разные проявления нави. Они для нас, собственно говоря, объединены только тем, что они, как правило, нам недоступны в нашей непосредственной жизненной деятельности. Только если мы концентрируем на них свое внимание и достаточно долго осуществляем какую-то практику, совершаем свое делание, какая-то часть и какая-то из граней вот этой всевеликой нави, потому что явь, то, что есть вокруг, она существует объятая навью. Но навь в данном случае не есть тьма или что-то плохое. Это просто тот уровень силы и материи, ну, энергии, материи, информации, который не входит в сферу нашего восприятия. Но в то же время это все является условно одновременной великой явью. Потому что там, где присутствует свет, почему вот я говорю, опять же, возвращаясь к началу, свет, воздействуя на навь, вар, проявляет явь. И когда свет слабеет или уходит, или мера там бытия того или иного элемента в яви проходит, наступает условное время Чернобога, и он рассыпается и переходит опять в состояние вара, для того, чтобы это тоже условно вот этот процесс, как бы момент реинкарнации, как и для тела, и для человека, тоже схожие процессы. Точно так же вар, обретая свет, становится явью, может принять себя в живу, зайти растением, проявиться человеческим телом, стать табуреткой, но табуретка это даже более близкий нам уровень, потому что мы свою мысль проецируем в вар, вот как некую субстанцию, ну вот условно взяли мы заготовки, это как уже не вар с одной стороны, а с другой стороны, как если вот в этом элементе раз при попадании в него свет возникает явь, появляется тоже. Вот так вот у нас есть заготовки, это как бы после из вара сделано, но еще не есть условно табуретка, стул, стол. Мы направляем туда свой свет, который у нас есть. Направляем туда свою силу. И через это преодолеваем элемент непроявленности и проявляем табуретку. Тот же самый как бы процесс творения светом происходит. И вот этот элемент нам надо понимать. Поэтому всевеликая нафь, я говорю, она и вар, она и вот эти
небеса, которые нам недоступны, вплоть до светлой Нави. Светлая Навь – это, по сути, уже свет, структурированный в Нави, который, собственно, является миром света по отношению к нам даже. Он потому что точно так же на нас уже изливает свет и формирует достаточно большое событие в нашей жизни. Вот. А то, что касается как бы темной Нави, туда, куда свет не проходит, потому что, как описываются даже вот эти схемы коловращения обычных людей, живущих так от рождения до смерти, что неоднократно описывалось, что если ты плох, ты падаешь в нижние миры и достаточно долго там можешь пребывать. И это в самом деле так и есть. Почему? Потому что светимость твоя падает, и ты как бы достаточно долго не можешь опять в себя воспринять свет. Потому что здесь свет один, в светлой Нави свет другой, более высокого качества, что ты как бы даже с нижних миров, тебе даже в этот мир по отношению к нижним мирам является более высоким. И вот этот элемент тут нет как бы как бесконечного пребывания в том или ином состоянии, потому что человечек как единица родова имеет возможность и право, да, как свобода выбора. Она невелика, но она есть. Ты можешь принять в себя свет, можешь его отринуть. Это что касается нас. И поэтому Слав в данном случае для нас это мир света, да. Я видел это как огромное яйцо, которое вот формируется там, исходя из верхней точки, как истекающееся множество световых потоков. Но это мое видение, я не претендую, что оно единственное. Кто-то может увидеть по-другому, но я через это увидел принципы, как это работает. Вот таким образом. Поэтому запомни, что явь это то, что дано нам в ощущениях, но оно имеет свои границы, но в то же время эти границы не безусловны, мы способны их расширять, продвигаясь дальше в нафиг. И точно так же способны их сужать, отказываясь принимать в себя знания, отказываясь принимать свет. Нафь, она многогранна, она является источником всего, что проявлено, всего, что может быть проявлено светом. И она является и местом пребывания по смене мерности. И одновременно, когда мы пребываем в яви, мы все время пребываем и в нави в том числе. Потому что через душу мы взаимодействуем с навью, через дух мы взаимодействуем с правью. Вот, собственно говоря, вот это сочетание, оно в нашем ключе. А вера и сонастройка нашего сознания, и нашего сердца, и нашего духа позволяет нам воспринимать очень многие движения нави. И как-то принимать какие-то решения более правильно, даже не обязательно осознанно, потому что осознанность то, к чему мы стремимся, но просто есть те пласты, куда наше сознание очень тяжело проникает, а дух наш проникает. Но вот этот элемент светового моста, когда принятая информация, условно знание о чем-либо, может быть переведено в сознание и проявлено как в виде каких-то ментальных конструкций, это часто не происходит. Но позволяет совмещать эти миры, потому что вера настраивает душу в правильном направлении, потому что вера это не, как мы уже разбирали, это не слепое следование каким-то догмам, это правильно выращенное чувство сердца, которое воспринимает движение света. Вера. Вот таким образом. И вот так примерно, да, по моему восприятию, я говорю, видится всемирие, не видится, но так работает. Потому что видится, я говорю, может оно по-разному, в моем видении это так, а работает это вот все равно в таком ключе. Поэтому мы можем как-то сказать, видеть вот сгорело дерево, которое напиталось Ра, и огонь, выходящий в костре, это, собственно говоря, свет Сурьи, Ра, вошедший в древо, через огонь выходит. И, или мы видим сгоревшую нефть, как бы
сущность более низкого уровня, которое светом не освещено. Когда оно сгорело и попало, осталось в нашем мире, еще пройдет очень долгий период, прежде чем оно будет включено в коловращение вара и света. И в этом разница, вот я почему объясняю, что любой человек может валиться в нижний мир, и в коловращение вара и света он не будет попадать, он окажется в нижнем темном варе, в темной наве. А тот, который сохранил себе свет и условно смену мерности свою перешел, он находится в коловращении, и если светимость его достаточно высока, он поднимается в более высокий мир. Вот так устроено. Поэтому элемент, я говорю, как показано мне, было в виде яйца, кто-то видит в виде сферы, кто-то видит как многослойные миры. И это все имеет право на существование. Хорошо, я от себя тоже добавлю. На мой взгляд, Мокша, вот как себе человек представляет это, так оно и есть. Объясню почему. Человек не может ничего выдумать. Все, что у него в мыслях появляется, все это существует. В этом ли мире, в проявленном, непроявленном, так оно и есть. Поэтому как считаешь правильным, так оно для тебя и есть. Перейдешь на другой уровень развития, оно представится тебе иным. И оно тоже будет истинным, оно тоже будет правильным. И так далее, и так далее. Чем больше будет развиваться, тем больше ступенек пройдешь, тем с каждым разом иначе будет представляться. То же самое, как дети играют в игрушки, для них мир игрушечный, потом идут обучаться, для них мир обучения, а потом они создают, для них мир созидания. И они сами же создают игрушки и сами создают мир обучения для своих детей и внуков. То же самое и здесь. Поэтому как ты себе это представишь, как представишь взаимодействие, так оно и есть, потому что все это существует, ничего выдумать нельзя. Вопрос эфира от Евгения. Кстати, прошу тебя, ты ни в какой партии не состоишь? Нет, это мне я к тебе вопрос задаю, ты ни в какой партии не состоишь? Нет, я только в нашей. Понятно. Значит, тогда сразу отвечаю за тебя. Значит, почему вопрос от Евгения? Скажите, как вы думаете, зачем символ праве, Нави и Яви взяла партия КПЕ? Осознанно ли кобовцы концепции общественной безопасности пользуются этим символом? Поскольку ни я, ни Сурияр в партиях не стоим, то в этом случае, наверное, нужно вопрос задавать именно партии КПЕ. Дальше. Я, Гриша, задает вопрос. Не я, Гриша, он так назвался, я, Гриша. Задает вопрос в эфир. Что такое сварга и ирий? И как они связаны с Навью, Правью и Явью? Спасибо. Надо учитывать, что пошел четвертый час уже, и надо нам как-то ответить быстро и закругляться. Давай, наверное, на коротке. По сути, сварга и светлая Навь – это в большей части синонимы, но как бы часто сварга, она соотносится как с местом пребывания богов родных и светлых предков, да, по сути, светлая Навь, это тоже как бы совпадает. Ну и как бы часто, опять же, соотносят, что сварга и правь, но более правильно все-таки вот светлая Навь и сварга, то есть место света вара. Там, где свет преобразует сварга. Угу. Ну, это еще можно сказать, что все оно между собой связано, и эти понятия очень широкие. Нет, противоречия просто, как сказать, какие-то грани выглядят так, и тут даже этимологических расхождений по большому счету нет. Угу. Поэтому, я думаю, сейчас мы не будем разбирать более точно, только обозначим, что они между собой связаны, противоречия нет. А вот если боль, то опять же здесь можно почитать источники, ну или в следующей передаче позадать вопросы, только уже не в конце передачи, а где-нибудь ближе к началу, чтобы было время на них подробно ответить. Давай завершать наш сегодняшний эфир. Что-либо желаем нашим радиослушателям хорошего, доброго, вечного. Я говорю. В общем-то, да, я уже сказал. Хорошо, так и желаем. Я желаю точно так же всем радующим постигать мир окружающий, учиться созидать свет в том мире, в котором вы пребываете, как элементы светлой Нави в нем создавать. Научиться воспринимать родовичей, которые в одних общинах, в одних землях с вами живут,
для того, чтобы как бы созидать, не как бы, а для того, чтобы созидать свой мир. Потому что, как вот в одной из следующих бесед мы коснемся того, что сила наша в единстве, а единство наше в едином понимании. Вот к чему нам надо стремиться, потому что когда мы в едином понимании соберемся в единство, мы сможем созидать свой мир. Вот к этому надо стремиться. Не забывайте также поддерживать светочи своих, те, которые стремятся собрать по крупицам нашу меру понимания, наши веды. Не забывайте поддерживать и Славянское радио в том числе, потому что через него есть возможность доносить до большего количества родовичей слово правильное и верное. А так всем здравия и света в жизни. Благодарю тебя. От себя хочу уточнить, что Народное славянское радио – это открытая площадка для общения и объединения всех здравомыслящих людей, предназначена для поиска истины, осознания нашего прошлого и понимания, куда, зачем и как двигаться. То есть приглашаем всех к участию в радио, всех здравомыслящих людей, для которых слова «Русь», «Наследие предков», «Здоровый образ жизни», «Правда и совесть» не являются пустыми звуками. Также хочу уточнить, что появились две странички у нас на сайте. Первая страничка, где представлены варианты прослушивания на различных устройствах радио. То есть теперь можно поставить программку и слушать на андроиде, в Windows поставить программку или в айфоне, в айпаде. Вот программки не нами написаны, поэтому... Какие они есть, такие есть. Можно взять ссылки и вставлять в стандартные плеера или в какие-то брендовые плеера. Там все написано. На главной странице есть ссылка, как туда войти. Нарисован айфончик с нашим логотипом. Нажимаете на него или на ссылочку. И после этого будет вам счастье, эта страничка. И также была сделана страничка по просьбам наших радиослушателей с авторами, которые выступали у нас на радио или планируется, то, что они будут в ближайшее время выступать. Можете на эту страничку зайти и посмотреть, почитать о наших авторах. И там есть ссылка на то, чтобы перейти на страницу, задать вопрос, где уже имя автора указано. Также у нас есть страница программы, где приблизительно написана программа, что когда звучит, в какое время. Естественно, не по минутам, потому что это отдельная работа, а у нас, к сожалению, нет человека оплачиваемого, который бы каждый день сидел и составлял эти программы, их сюда забивал. Но, в общем, эта программа была мной составлена, так что можете ознакомиться и понять, что вообще у нас происходит. Также напомню, что завтра у нас будет эфир очень с интересным человеком, на мой взгляд, и, можно сказать так, знаковый эфир. Многие слышали про ГМО, что это такое. Так вот, завтра у нас будет, если все будет как запланировано, главный сведущий Ирина Владимировна Ермакова. Это человек, который доказал с научной точки зрения о том, что происходит с людьми, когда они употребляют ГМО, и может рассказать много чего интересного, того, что еще на свет не попадало. Итак, напомню, сегодня у нас 28 января 2016 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, седьмой день месяца, вьюг и стуж, 7524 лета, неделя. Мы говорили о сочетании праве Яви, Нави и Слави в живом эфире. Главный сведущий у нас был Сури Яр. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.